Так, ну, всем добрый вечер, всем подключившимся. Я сегодня буду модератором нашей встречи звуковой. Давайте я, наверное, представлюсь. Меня зовут Людмила, я работаю в библиотеке иностранной литературы уже довольно много времени. Я филолог, закончила МГУ. Также я, свободный исследователь, куратор и много чего еще. Вот, поэтому, собственно, звуком я занимаюсь где-то с 2014 года. И это давно моя такая, в общем, страсть. И, собственно, моя страсть вылилась в сегодняшнее наше мероприятие. Давайте я, наверное, сделаю некую преамбулу, о чем мы будем сегодня говорить. Немножко расскажу о доме, и задам какой-то главный вопрос, да, с которого можно будет начать, да, некую стартовую точку. Дело в том, что представление о доме как о фиксированном месте, в котором соединяются прошлое и будущее, и которое при этом четко отделено от общественного пространства, в условиях сегодняшней глобализации и всеобщей миграции населения, как мне кажется, не выдерживает критики. Сегодняшнее домашнее пространство скорее концептуализируется исследователем с точки зрения идеи номадизма, текучести, подвижности, изменения, смещения. Сейчас различные теории домашнего зависят, в свою очередь, от места и времени, отражают религиозные и культурные представления и практики. Также, безусловно, теории домашнего формируются различными экономическими, политическими, социальными факторами, а также гендерными ролями. А хорошо знакомое, привычное, практичное пространство дома является богатым исследовательским ресурсом для понимания истории и культуры различных народов. Сегодня мы попробуем разобраться не только, как мы обживаем домашние пространства, но и то, как эти домашние пространства обживают нас, как и при помощи чего мы воображаем свой дом, как мы принадлежим ему и как он принадлежит нам. Иначе говоря, мы подумаем над тем, как концепт дома влияет на наше бытие, мышление, дискурс и практики. Нашим главным исследовательским и творческим инструментом сегодня будет звук. Именно через звук мы попытаемся помыслить и художественно преобразить домашнее пространство. Мы попытаемся записать и прочитать или прослушать дом, говоря словами Гастона Башляра, из которого я сейчас процитирую отрывочек. «Человек, нашедший кровь, сенсибилизирует границы своего убежища. Он обживает дом его реальности, в виртуальности, в мыслях и в грезах. Итак, есть смысл в таких выражениях, как запись комнаты, прочтение дома. Едва открыв стихотворение, почти сразу, с первых же слов, читатель, прочитывающий комнату, прерывает чтение и погружается в размышления о каком-то прежнем жилище. Вам хотелось сказать о своей комнате все, вам хотелось вызвать у читателя интерес к себе, а вы, между тем, приоткрыли для него дверь фантазии. Ценности сокровенного столь всепоглощающие, что читатель уже не прочитывает вашу комнату. Он вернулся в собственный дом». И главный вопрос, который я бы хотела задать сегодня нашим спикерам, собственно, заключается в том, что такое дом для вас и какое место в нем у вас занимает звук. То есть, мне кажется, это будет хорошая такая стартовая точка. И я приглашаю нашего первого спикера. А кто у нас первый идет? Первый у нас идет Евгений Фомина, также Муси Макина. Они представят свой проект Lakes и немножко поговорят о нем, я надеюсь. Да, конечно, обязательно. Давайте. Да, добрый вечер. Я Женя. Моя коллега выступит чуть попозже, по очереди, и как раз Отлично. Она представит, наверное, небольшую презентацию нашего проекта в видео. Я расскажу, наверное, чуть-чуть о себе. Я вокалистка и перформансистка. Имея в своем багаже архитектурное и музыкальное образование, меня всегда интересовало, как это можно совместить. То есть для меня музыка и звуки — это некая архитектура пространства, с которой я стараюсь работать. Я создавала на основе как раз своих знаний несколько авторских курсов, где пыталась передать свои знания своим коллегам либо участникам этих курсов, где мы через телесность и через архитектурные объекты находили себя и свой голос. Потому что прежде всего, мне кажется, мы — это есть наш голос, мы — это есть наш звук. И мой дом, он как раз состоит из различных звуков, проявлений меня
в этом пространстве. Это мое пространство. Есть определенный участок моей комнаты, где только мои звуки. Есть участок общий бытовой, где звуки моих родителей, моей собаки. И сейчас в рамках самоизоляции, потому что я уже сижу, наверное, на ней полтора месяца точно, для меня по-новому открывается моя квартира. Плюс я нашла различные методы, как с ней взаимодействовать. Мы поставили Zoom-оперу в первую неделю изоляции, таким образом хоть как-то вернули творческое начало в свою жизнь, потому что ну, мне тяжело без движения, без какого-то творческого процесса. И в дальнейшем мы поставили спектакль на фестивале «Корона-драма» и уже подали на точку доступа наш Lake Soundscapes и немножечко его переработали. Изначально был проект на озере, оттуда идет название Lake. Нас пригласил хореограф Алена Папина на фестиваль объединения. Он проходил в Измайловском парке, по-моему, Измайловский вернисаж. И было замечательное озеро, где мы с Ню решили, почему бы нам не исследовать водную гладь и не сделать этот проект на лодках. Не буду рассказывать про проблемы лодочных станций, но опыт был замечательный. После этого опыта мы решили немножечко переделать этот проект на основе исследовательских психогеографических карт Гидеборга. Нам стало интересно, почему мы не можем исследовать город именно через инструментарий, который доступен нам. Это наш голос. И мы начали исследовать Москву, в дальнейшем был Владивосток. Ну вот летом мы должны были поехать в Кронштадт, но не знаю, получится или нет исследовать эту территорию, либо наша резиденция перенесется попозже. То есть мы также выходим на местность, исследуем, находим интересные для нас по архитектуре, по акустике, либо просто места, где почему-то нам хочется сделать вокальную импровизацию, и через чувственный аспект, через свою телесность мы импровизацию совершаем в этом месте, совершаем некий акт, его фиксируем, и рождается такая некая чувственная карта. Я думаю, что я дам еще слово сейчас своей коллеге, чтобы она дополнила. Вот, спасибо большое. Поэтому, Ню, передаю тебе. Для, ну, условиях, в тех, в которых мы сейчас находимся, мы решили придумать, что вот люди, которые сидят каждый в своей комнате, каждый в своей квартире, у них они слышат какие-то звуки или могут ничего не слышать, и они нам присылали свои аудиозаписи из квартир, и мы их включали в прямом эфире и через Zoom. Жени были связаны тоже через Zoom. Импровизировали, пытались играть и друг с другом, и с этой атмосферой. Вот. Надеюсь, все понятно сказано. Я, мне кажется, просто покажу сразу, что было. Чтобы... Да, отлично, давай. Чтобы было понятно, и потом, если что, можно будет что-то еще задать вопросы. И скажете, там слышно, не слышно. Машины написать сегодня. Oh.
Вот, спасибо, что посмотрели. Ну, то есть мы так попутешествовали по всей стране, потом вернулись в свои пространства и еще озвучили свои пространства. Ну, то есть это такая возможность обратить внимание, что столько всего интересного происходит у тебя в этой надоевшей уже, может быть, а может и нет, квартире, и такая возможность взглянуть, может быть, на нее по-другому. Вот. Это наш проект. А так, я Нюси Макина, я перформансистка, тоже вокалистка, и занимаюсь телесными практиками, и, ну, подхожу к музыке и к голосу через чувственное переживание. У меня есть музыкальное образование гнесинское, и я долгое время думала, ну, то есть классическое музыкальное образование, мне кажется, дает очень такие жесткие рамки того, как ты должен существовать в музыкальном мире, и никак не по-другому. И после этого я очень долго старалась как-то этот опыт переработать, и как раз перформанс дает такую возможность взглянуть на музыку, на исполнение, на музыкальную композицию по-другому. Я очень много работаю с импровизацией и с тем, что происходит здесь сейчас. Делаю разные проекты. Сейчас у меня в галерее Long Distance Gallery в Инстаграме проходит выставка, где как раз я показываю какие-то такие очень вещи, которые происходит спонтанно из-за импульса, из-за каких-то таких историй. Так, да, мы с Женей очень близкими вещами занимаемся, только я не очень с архитектурой, я больше по людям и по чувственному опыту. И занимаюсь людьми, например, вот сейчас последняя работа, которую я еще не выложила, но буду вкладывать, дала задание людям, чтобы они вспомнили, как они чувствовали себя, будучи влюбленными, или если они сейчас влюблены, они это могли воспроизводить либо голосом, либо телом, либо просто молчанием и стоянием перед камерой. И мне прислали кучу материала, я его сейчас монтирую, это же вот будет такая работа. Вот, а наш проект Lake Soundscapes, он как раз про комнаты, про людей, про изоляцию, про то, что вокруг, и про ощущение их, всех вас, людей и нас от этих комнат, да, вот, спасибо. Надеюсь, понятно, если что, можно спрашивать вопросы, потому что я плохо говорю, мне кажется, у меня все это... Все хорошо. Но в другом, но спасибо. Спасибо, Ню. А, может быть, есть какие-то вопросы уже сразу? Ну, у меня вот возник вопрос, но это скорее как... Ну да, вопрос, собственно, вот про этот проект с голосами в разных комнатах. Мне просто интересно, на самом деле, не было ли у вас какого-нибудь желания, например, сделать какую-нибудь такую I'm sitting in a room, типа историю, где бы вы, например, вот эту запись ваших голосов, например, поочередно сыграли во всех этих комнатах и как бы встраивая их в акустическую ситуацию каждой из этих комнат. То есть перезаписали бы там и уже как бы... Да, да, да.
и делать какую-нибудь такую вот историю, да, потому что интернет нам позволяет, например, когда мы каждый из своих комнат все сидим, да, то мы можем все вот как бы акустические, да, именно характеристики пространств, их соединять в такой странный фьюжн такого вот гиперакустического пространства, да, вот, не более какой-нибудь... Или, может быть, вы думаете, что это такое сделать в там, каких-то будущих проектах? Не до конца поняла просто. Если Жень поняла, объясню. Да, ну, в принципе, да, мы планируем развивать, то есть у нас есть много направлений, и просто сейчас мы все подвержены самоизоляции, и по-другому мы не можем работать с акустикой пространства, с архитектурой пространства, с элементами, нежели чем от присланных записей. То есть поэтому для нас было важно получить именно запись пространства, то есть без каких-то там отдельных оркестровок, продуманных партитур, то есть просто человек мог положить диктофон и записать в любое удобное время 2 минуты своего пространства и прислать нам фотографию этого же пространства, где мы могли также посмотреть, то есть прежде всего мы видели фотографию, и через фотографию, ну, по крайней мере, я, да, через фотографию проникала в это пространство, изучала и примерно представляла акустически, что может где как звучать, и далее уже, когда мы на самой трансляции слушали запись, то мы также чувственно вникали в эти пространства. И, конечно, в дальнейшем интересно, может быть, делать какие-то челленджи с пространствами, может быть, да, почему бы нет, если мы найдем финансирование по этим местам, то есть нам продолжают приходить заявки, мы не стали отменять open call после точки доступа, и там абсолютно у нас была Сардиния, Мурманск, Вологда, конечно, если мы проедемся по всей географии, то это будет еще дополнение к нашей вот карте, которую мы сейчас делаем, то есть мы вообще, в принципе, планировали этот проект развивать в разных городах России, и если повезет с международными резидентами, то тем более развивать где-то, чтобы у нас была география более обширная, не только российская, но и мировая. Поэтому он развивается. Да, но моя фантазия была больше именно про, не про физически, да, в эти все места, естественно, поехать, потому что сейчас туда невозможно, но именно вот в ситуации самоизоляции, да, попробовать найти какую-нибудь техническую или там технологическую возможность, да, сделать, например, запись, да, вот да, просто, например, вот ту запись, которую, например, да, вы уже сделали, отправить обратно человеку, чтобы он просто через колонки, например, ее проиграл и записал в своей комнате, да, как вариант. И это можно даже в живом времени сделать, да? Нет, как вариант, да, мы продумываем, слушайте, потому что изоляция продолжается до 31 мая, вот именно, и да, в любом случае, да, как бы, хочется чем-то заниматься и себя реализовывать, чтобы проект не стоял на месте, тем более, если наша резиденция отменяется, ну, пока нам не подтвердили официально, но я думаю, скорее всего, нас в середине июня вряд ли будут ждать в Кронштадте, поэтому придется что-то придумывать новое, в этих условиях, в заданных рамках, и, возможно, это просто будут звучащие комнаты, мы как-то будем переходить. То есть технически мы только начинаем знакомиться и изучать, потому что в Zoom я до этого вообще не была, то есть вот как только началась изоляция, мы поставили первую Zoom-оперу с моими другими коллегами, и уже как бы я начала изучать Zoom, что это такое и как с ним работать. Потом несколько импровизаций, то есть мы начинаем прощупывать как с музыкальной точки зрения, потому что чаще всего я работаю с импровизационным материалом, как и не. То есть мы, ну, здесь как бы немножко задержка связи, а голоса иногда не сливаются в какие-то интервалы в аккорды, поэтому ты пытаешься как-то найти какие-то моменты, как можно обмануть эту систему или как с ней работать. Поэтому я думаю, что в дальнейшем мы будем продолжать экспериментировать. Мне немного смущает эти вот запись перезаписать. Как-то я пока не очень понимаю, как это может, для чего это нужно записывать. Ну, то есть, да, Вася. Да, я расскажу. Вот я просто смотрела, ну, трансляцию, да, самого этого перформанса, и, ну, и принимала участие, там, я отправила свой трек и фоточку вот того места, где я нахожусь. И я такой маленький отзыв сейчас совершу. Мне показалось вообще, как это не знаю, резко, может быть, прозвучит, достаточно агрессивным такое вот вторжение, как бесконечных голосов, да, в такие
в общем, обреченные фотографии, обреченные саундскейпы, да, то есть они вот как бы существуют, вот, ну, как есть, так есть, а на них вот опускается массивная такая вот масса, простите за тавтологию, вот человеческого материала, который еще довешивается там зум-искажениями, и ты сидишь и думаешь, о, боже, господи. Как это вообще, да, как это вынести на своих плечах? Это правда, телесно было тяжело. Вот, и я тоже сидела и думала, почему, как бы, и вот эта вот история, ну, предложение, которое Дань сейчас озвучил, оно, ну, в том же направлении, о котором я думала, то есть... На самом деле, для вас, ну и концептуально, да, все эти пространства, саундскейп были вроде как точкой опоры, и вроде как они занимают принципиально важное положение, но они в итоге становятся как бы не самоценными и не, ну, действительно, то есть как бы угнетаются, да, всем остальным, не звучат, по сути, то есть они как бы уходят на фон, а хочется как раз, ну, их больше прослушать, и вот горизонтальное какое-то выравнивание, да, статуса ваших голосов и статуса, там, звучания пространства через, например, вот это погружение, то есть, например, в чем проблема, да, ваш голос проходит один фильтр интернетный, да, вот вы вещаете, и вас один раз искажают, а запись уже два раза, то есть она была записана и сейчас еще вещается, вот, и как бы она становится такой, ну, прям, если, например, вот это немножко как переиграть, то, мне кажется, может быть, было бы чуть полегче. Да, у нас была идея, у нас были разные, ну, то есть, понятное дело, что там можно кучу разбирать этих всех штук, как выше так вышло, но, конечно же, глобальная идея в том, чтобы это был какой-то такой марафон длительный, где бы больше звучали записи по длине. Просто мы тоже могли за записи помещения людей там делать супер длинные записи, не всем это удобно. И, конечно, там мы давали, возможно, 2 минуты присылать. Там как бы... А нужно, видимо, это все равно делать длиннее, больше, чтобы мы могли посидеть, послушать, более, там, больше, чтобы больше было свободы между нашими голосами, да. Это я абсолютно согласна насчет массива. Mm-hmm. Да. Я думаю, еще момент вот в продолжении того, что Вася сказала, мне кажется, еще важно понимать, что вот в этой... ну, да, можно сказать, вот этой композиции, да, вашей, то все равно в основном слушаешь, ну, или, по крайней мере, я в основном слушаю голос, да, потому что я как бы я его выхватываю из всей вот этой звуковой истории, потому что у вас там, ну, там очень какой-то такой широкий диапазон выразительности, да, мне что-то сообщает, и, естественно, ну, в конце концов, это голос, мы всегда голос слушаем намного внимательнее, чем все остальное, да, а все эти пространства, они как бы как такой фон, и даже вот, честно говоря, вот я второй раз сейчас уже слушал, да, эту историю, и я даже вот не могу, вот, ну, где-то там птички поют, что-то еще, да, вот. Тоже голоса. Честно, да, как бы, а все остальное вот у меня просто вот вылетело из головы, да, я помню только голоса, и это нормально, да, но в этой истории, например, если бы мы ощущали, как каждое из этих пространств именно влияет на ваш голос, да, то есть мы как бы слушаем вот это именно путешествие, и как голос в каждой из этих комнат по-другому себя ощущает, да, тогда бы это было вот такое действительно не одностороннее, как Вася говорит, отношение, да, что вот есть, что действительно вот эти комнаты не как фон, а голоса их задавливают, да, а это было бы двустороннее такое влияние, что и пространство, они бы тоже серьезно как бы, да, обрабатывали вот голоса. Ну, да, это как вот момент просто такого вот Да, нет, мы здесь согласны, и как раз мы и хотели, да, потому что мы были ограничены во времени, и дали лимит 2 минуты, то есть за 2 минуты мы должны были погрузиться, выдать свою импровизацию, и иногда, конечно, эта импровизация заглушала за счет искажений, за счет наших голосов сам фон пространства, которое нам прислали, и, конечно, хочется в дальнейшем, чтобы мы были немножко наравне, и звучало и пространство, как
как обычно у нас, в принципе, все наши до этого записи, то есть мы сначала даем момент пространству позвучать, потом мы через мимикрию выходим постепенно на какую-то вокальную импровизацию, то есть мы погружаемся, а так как здесь было ограничено, мы решили попробовать такой более сокращенный формат, но будем, наверное, все-таки возвращаться к нашему длинному. Очень интересные вопросы, о которых хочется поговорить в рамках вот вообще трансляции, в рамках вот работы там со звуком онлайн, насколько можно вообще, в принципе, сделать так, чтобы это хорошо звучало? Ну, очень странно. Очень легко, я об этом буду говорить тоже в своем. Ну вот, отлично. Потому что, нет, понятное дело, что есть и техника, есть там, и можно подключить микрофон, и звуковую карту, делать это не через Zoom, а там через что-то другое. Вот, но как бы я, например, не нашла вот в тот момент, когда мы делали этот проект, такого баланса, чтобы именно же тут как бы проблема не в том, что как-то мы там громко поем, не громко, но просто по балансу так получается, что Zoom транслирует только вот так как-то. Может быть, есть какие-то другие, ну нет, ну, как, насколько я знаю, там каких-то там других удачных площадок нет, но... Есть. Все узнаем, давайте двигаться. Я узнаю. Так, дальше у нас по списку идет Андрей. Андрей Логотов, подключайся. Я тут. Да, скажешь пару слов? Мне придется немножко перепрыгнуть с таких, собственно, обсуждений перформансов. Чуть-чуть больше в теорию, наверное, какую-то. Да, замечательно. Вот. Кратко о себе. Значит, меня зовут Андрей. Я руковожу семинаром антропологии звука в МГУ. Собственно говоря, Люда мне в этом помогает. Но сейчас есть тоже небольшой проект, связанный с самоизоляцией, так как в моем исполнении самоизоляция не предполагает изоляции. Особенно, то я прошу людей прислать мне записи своего голоса и записываю их в лесу. То есть я делаю, собственно говоря, ту ремедиацию, о которой вы говорили, когда пространство слышно сильнее. Я записываю обычно в один тейк. У меня принцип такой, что заранее я не слушаю, что мне человек прислал. Но я немножко так в лоджике нормализую, чтобы никаких эксцессов не было акустически. Вот, и стою, значит, с зумом, замерев на максимальной чувствительности микрофона, держу вот этот зум как яйцо Фаберже, дрожу над ним и первый раз заодно слушаю ваши сообщения. Да, вот у меня получается просто такой экспириенс, который мне лично очень нравится, да, вот голос становится каким-то таким очень драгоценным объектом, да, который нужно всячески оберегать. Но вот, собственно, к теме сегодняшнего. Я сегодня гуляю по лесу днем, как раз думал о том, что я мог бы сказать. И так получилось, что у меня как раз самоизоляция происходит в доме и в лесу. Да, то есть вот конфигурация моих пространств, она так сложилась. Лес у меня очень близко, и я туда спокойно хожу. И вот этот карантин, где-то он называется карантином, где-то самоизоляция, где-то изоляция, он мне напоминает, знаете, когда фотограф сделал какой-то неудачный снимок, и все люди замерли в каком-то странном положении. Но вот очень везет тем, кто замер дома. Ну, еще если лес неподалеку есть, мне вообще повезло. А кто-то замер в обсерваторе каком-нибудь. Да, мы знаем, что если там человек возвращается за границу, его на 2 недели могут помещать в какое-то такое заведение. Кто-то замер в гостях, где он не думал останавливаться на 1.5 месяца. Там, да? Кто-то еще где-то. И возникает здесь вопрос, а что из этого, вообще говоря, является домом? То есть место, где ты проводишь больше всего времени, это твой дом, или место, где живут твои родители, или место, где ты родился, или место, где ты спишь, или место, где тебе хорошо, или место, где тебе как-то по-особенному плохо. Вот тоже бывает, да? Ну, вот у людей все-таки разные, наверное, жилищные условия, об этом не стоит забывать. И на этот вопрос очень сложно ответить, потому что вот наша география повседневности за последние лет 20-25, она очень существенно изменилась.
И вот эти границы уже давно размываются, и наши локусы идентичности находятся в разных местах. Вот если спросить классического марксиста, что определяет человека? Ну, человек определяет классовую принадлежность. А что такое классовая принадлежность? Это где он работает. Правильно? Да, ну, человек ходит на завод, значит, он рабочий, значит, он должен там бороться за всяческую революцию и прочее. Потом, там, не знаю, берем американскую мечту как такую концептуальную рамку. Но локус идентичности — это, конечно, дом. Причем дом особенный, дом, где живет полная семья, где-то в сабурбии, скорее всего, у каждого члена семьи есть машина и так далее. И вот за последнее время у нас, наверное, вот этот локус идентичности стал очень мобильным. Был такой социолог американский, его зовут Рэй Олденбург, может быть, слышали о нем. Он ввел такую концепцию третьего места. Вот у нас есть первое место — это дом, второе место — это работа, а есть третье место, где мы вот как-то вот где-то там находимся. И в связи со всей этой джентрификацией, хипстерщиной, как бы, извиняюсь за ее упоминание, мы видели вокруг в последние годы, да, что люди очень комфортно себя чувствуют, не знаю, в Старбаксе, да, они комфортно себя чувствуют в парке, они привязаны вот к этим третьим местам. И на самом деле интернет, который обеспечил нам возможность работать из любого места, это мобильность. Это не привязанность к какому-то месту конкретно. Вот я, например, ну, не знаю, там, последние 10 лет мне не нужно было находиться в каком конкретном месте на планете Земля, чтобы делать то, что я делаю. Вот где меня застала задача там какая-то, я могу ее выполнить. А сейчас получилось, что вот мы сейчас в парадоксальной ситуации. Технологии, которые созданы для мобильности, оказались вот в этом стоп-кадре карантина. Да? И хотя все говорят, что вот, там, после того, как карантин снимут, все начнут работать из дома, но я в этом, честно говоря, сильно сомневаюсь. Я думаю, что народ просто ломанется в третьи места, обратно туда, на свободу, в Пампасы, в Прерии. Ну и последнее, что я хотел сказать, вот, можем ли мы вообще как-то, если мы говорим сегодня о звуке, да, есть ли какие-то особые признаки звуковые дома? Ну вот в терминах условной семиотики есть ли какое-то звуковое означающее, означаемым которое является дом? Ну, с одной стороны, мы можем начать перечислять какие-то бытовые звучания, там, звуки условной кухни, готовки и так далее и тому подобное. Здесь можно длинный список составить. И все эти звуки, их объединяет одно. Мы знаем, откуда они происходят. Вот у Мишеля Шиона есть, когда он выделяет три модуса слушания, он выделяет в том числе каузальное слушание, когда мы слушаем для того, чтобы определить причину. Вот мы слышим звук, и нам нужно понять, откуда он идет. Вот домашние звуки — это звуки объяснимые. В основном все то, что я слышу у себя в квартире, я могу понять, что это. Я могу это локализовать. Есть еще звуки на границе дома. Это когда... Ну вот вообще звуки как интерфейс между таким вот как бы вот приватным и публичным — это отдельная большая тема, очень интересная. Здесь можно подумать про то, что из двора там до вас доносится, с улицы и прочее. Но есть вот такой... список сигналов, которые на этой границе возникают. Это звонок в дверь, это звонок по телефону. А теперь еще вот к этому жуткому списку у меня прибавились напоминалки в Google календаре. Да, то есть за полчаса до какого-то вот этого чудовищного вторжения ко мне домой через Zoom звучит вот этот звук на всех устройствах трех. Несинхронно. Вот, они как-то договариваются между собой, что, значит, у меня с разных сторон как бы на меня напасть, да, вот сообщи, что все, через полчаса ты уже не будешь принадлежать самому себе, у тебя дома будут какие-то незнакомцы непонятные. Но есть еще, и вот последний, совсем последний момент. Мне что-то пришел в голову сюжет «Дома с привидениями». Вы знаете, такая классическая литературная или голливудская история «The Haunted House». Да, вот дом, куда вы попадаете, и там как раз именно house, не home пока, да, а house. Дом, куда вы попадаете, и там звуки как раз необъяснимые.
И очень существенная часть вот этого ощущения наличия кого-то еще — это именно звук. Вы сначала не видите привидения, вы сначала, скорее всего, их слышите. Вот все литературные сюжеты, которые я в голове у себя сегодня как-то прокрутил, они начинаются именно так. И для того, чтобы преодолеть... Да, вот эти звуки нам слышатся, они как бы то ли есть, то ли нет. То ли у них есть какой-то реальный референт, то ли это нам мерещится, это кажется. И здесь уже сразу возникает не только неустойчивость самого пространства, но и неустойчивость нас самих, как субъектов. Да? Вот мы не можем быть уверены в том, что у нас нормально работает восприятие. И вот мне кажется, именно наличие таких звуков, оно и помещается в этот зазор между house и home. Да, вот когда haunted house становится для нас home, мы вроде как к этим звукам привыкаем, понимаем, откуда они звучат, что они обозначают, и мы их как-то одомашниваем. Но говоря о своем личном каком-то опыте, в доме я ничего такого для себя не обнаружил. Но опять-таки я безвылазно дома сейчас не сижу. Но я обнаружил какую-то странную жизнь во дворе у соседей. Я не знаю, что они там делают, но я могу просто привести чисто для развлечения пример. Я веду лекцию в МГУ по Зуму, делаю серьезное лицо, там все такое, и слышу вот характерный звук: дворник стрижет траву. Ну, она только выросла, я понимаю, нужно срочно состричь, это как бы такая возможность, которую упускать нельзя. Но потом я высовываюсь, оказывается, что он не стрижет траву. Он ходит кругами вокруг школы, которая у меня рядом, со включенной бензопилой. Но у меня такой какой-то страх. Может, он как раз на привидение охотится? Что... Ну, во-первых, это и есть привидение. Если раньше привидения ходили с цепями, теперь они ходят с бензопилами. Просто он слышит вот эти звуки неопознанные. Ну, то есть я не угадал, да? Мне казалось, что он стрижет траву, оказалось вот это. Но мне родилась гипотеза, что там какой-то бензин выделили, и нужно его срочно было потратить. Может быть, да? Но как бы я сразу рекордер положил, подоконник записал. Есть пруф, хорошо. Пруф есть. Но вот какие-то такие... Ну, поди докажи, что это тренажерная косилка теперь. Ну да, кстати, конечно. Вот, но вот какие-то такие тезисы у меня оказались подготовленными. Uh-huh. Если у кого-то тоже будут какие-то комментарии, вопросы, или можем двигаться дальше, или мысли в рифму с моими. Теперь все наше воображение занимает этот дворник с бензопилой. Конечно. У меня довольно много комментариев, они почти все так или иначе прозвучат в моем маленьком сообщении, поэтому, ну, там достаточно много созвучий, просто и потом уже я буду отсылаться. Меня на самом деле не дает покоя уже прозвучавший где-то раза два, наверное, такой субверсивный потенциал звука, и, собственно, мне не дает покоя то, что ты, Андрей, сказал, что ты в процессе записи лишаешь звукового присутствия свое собственное тело. Вот, как ты можешь это прокомментировать? То есть ты как бы, твоя запись, она является ли она безличной, или как-то ты по-другому это трактуешь? Это сложный вопрос. На самом деле, с разными... У нас есть более-менее стандартные этосы. Вот мы пришли на академический концерт, мы пытаемся сидеть тихо. Да? Uh-huh. Но где-то с 2-3 19 века принято так. Сейчас, может, что-то будет меняться. Для своей записи я придумываю свой собственный этос. Вот мне пришло в голову, я показалось как-то внутренне более адекватным именно себя немножко цензурировать. Но и потом меня все-таки не покидает идея, что вот идея, что представление о такой вот четкой субъектности хорошо
сколочено, имеющее четкие границы субъекта, это представление все-таки апеллирующее к визуальности очень сильно. В звуке это не совсем так. В звуке субъектность скорее оказывается такой распределенной. И вот здесь я хотел бы вернуться к тому, о чем там, например, Женя говорила или Ню говорила, вот эти помехи, которые возникают в эфире, то есть в среде, да, в медиуме. На самом деле эти помехи, они размывают границы голоса. А если голос у нас такой, как бы... Ну вот о чем, кстати, говорил Даниил, что этот голос бывает сложно, там, например, отличить от фона, или наоборот, нужно какое-то усилие для того, чтобы слушающий его вынес из фона. Вот такой звуковой, мне кажется, модальность, определенность наших с вами личных и субъектных границ, она более-менее стирается. А голос как бы человеческий, вот прям его голос, его тембр, это не есть как раз субъектность? Это немножко не есть субъектность, потому что с одной стороны, ну, если мы берем феноменологию там на уровне Деррида, то да. С другой стороны, перед нами сейчас открываются такие возможности манипулирования голосом. С одной стороны, манипулирование такого сознательного, а с другой стороны, более-менее случайного. Что тут уже немножко не знаешь, является ли вот голос носителем субъектности уже. Потому что известно, например, то, что... ну, такой анекдотический немножко пример. Если продемонстрировать... своему домашнему животному свой голос в MP3 в низком битрейте, оно вас не узнает. Потому что у нас в человеческом мозгу есть функции, которые дополняют этот сигнал, да, он уже очень сильно там компресснут и прочее, да. А живот, для животного вы уже не будете собой. А вы можете там навесить себе какой-нибудь вокодер. А у вас может быть канал связи быть, который сам по себе будет вокодером. А после этого у вас, вот, когда особенно в Zoom общаешься, вот такой звон вокодерный иногда слышишь, навешанный на тон голоса. Вы становитесь роботом немножко. Как Лори Андерсон в каком-нибудь Супермен. Но у меня есть такое ощущение. Мне кажется, примерно об этом же говорит, например, в своей довольно новой книжке, не помню имя, фамилия Лабель, он о политическом потенциале звука. Собственно, он говорит о том, что звук является неким политическим агентом, потому что он преодолевает границы тела. Вот, мне кажется, это интересная мысль. Мне тоже кажется, что это интересная мысль. Вот. Оставим ее где-нибудь на полочке. Да. Но мы можем к ней еще вернуться потом. Вернемся. Да, давайте, значит, продолжим. Так. Дальше у нас по очереди Юля идет. Юля, ты нас слышишь? Да, отлично. Привет. Привет всем, здравствуйте. Меня зовут Юля, я звукорежиссер кино по образованию, и последние несколько лет я работаю как раз из дома, так что, в принципе, у меня практически не поменялся образ жизни. Но я хотела просто обратить внимание сначала на то, как, в принципе, звук влияет на восприятие изображения, то есть у звука есть такое свойство быть неявным воздействием, то есть его воздействие очень сильно, но потому что оно не осознается, тем сильнее только оно от этого становится. И попадая в любое помещение, конечно же, у нас возникает впечатление, которое кажется каким-то, ну, визуальным, нравится или не очень, но в действительности огромную роль играет звук в этом нашем впечатлении. Если там, например, работает какая-то вытяжка, оно кажется менее уютным или каким-то менее теплым. И сейчас я наблюдаю просто... каждую ночь я ставлю микрофоны за окно и просто записываю целиком всю ночь подряд все, что происходит.
И утром прослушиваю, даже я не прослушиваю, я просматриваю по спектрограмме, просто открываю, видно какие-то события, там, которые происходили, можно их сразу отследить и узнать, посмотреть, что там было. Там всегда много каких-то сюрпризов происходит, каждый абсолютно разные события, все это не похоже друг на друга. Ночью. Бензопила случалось когда-нибудь? Бензопилы нет, у меня есть еще один пример хороший на это. Потому что каждую ночь я слышу из-за стены, я слышу голос человека, который кричит одну и ту же фразу. И что это за фраза, я до сих пор не знаю, это продолжает уже 2 года. А вы пробовали ему отвечать что-то в ответ? Я пробовала приклеить контактный микрофон к стене и попробовать понять, что там происходит, мне пришлось подслушать немного, но саму фразу разобрать так и не удалось. Правда, теперь я знаю, как... А транслировать эту фразу ему обратно и посмотреть на реакцию? Ну, это... Она, конечно, это крик, но это очень тон... Как его голос будет звучать в его пространстве, да? Не, но если человек там на грани шизофрении, надо ему помочь, что грань преодолеть просто. Ну, вот дело в том, что эта грань переходит в мое пространство уже, и его грань становится моей отчасти, моим пространством. Но это все-таки уже коммуникация, и не факт, что, ну, она будет успешной. Это надо набраться от смелости, не знаю. Ну, я даже не знаю, что, какой может быть ответ после этого. Мне просто, на самом деле, просто интересно. Интересно понять, что это за фраза, потому что это одно и то же предложение, я могу его даже повторить интенционно, но что там, я не знаю. И вот пока что безуспешно. Что это за сообщение, я не знаю. Ну, еще из таких последних каких-то изменений, которые произошли, я перевела большую часть своего общения в аудиосообщения, которые все так ненавидят обычно. Я их очень люблю. И... Мне кажется, ну, есть несколько причин, почему они так хороши, потому что, ну, вот любой... Ну, вернее, они могут быть так же хороши, как и телефонный разговор в каком-то смысле, но у них есть особенности, потому что аудиосообщения, они записаны все-таки в одиночестве, там нет вот этой обратной связи постоянной, которая даже если человек молчит, она происходит. А в телефонном разговоре, если он происходит по интернету, например... В Телеграме стоит какой-то гейт, который блокирует паузу, то есть пауза, в принципе, в этот момент отсутствует в этом телефонном разговоре. Она как бы не длится в этот момент. В этот момент прерывается сигнал, и просто такая абсолютно цифровая тишина. А в аудиосообщениях есть вот несколько особенностей, которые мне очень нравятся. То, что человек как бы записывает его сам собой, в одиночестве, и потом только отправляет себе, и это, по сути, какое-то такое цельное высказывание, чего в разговоре бывает очень редко, и при этом там нет как раз вот этих артефактов, которые всегда есть в всех связях по интернету, и, как по сути, это такой артефакт, который со временем только тоже дорожает, его можно переслушать, это голос любимых людей, который можно там несколько раз послушать подряд, не созваниваясь с ними. И вот у меня там, например, с родителями мы только так сейчас общаемся, и даже реже разговариваем по телефону, чем вот аудиосообщение. А у меня есть такой вопрос, если можно. Недавно, по-моему, я просто забыл название этого явления, сейчас не буду искать. По-моему, на N+1 выходил материал относительно недавно про общение на японском языке. А нет, не на N+1, на другом каком-то американском сайте, неважно. Где считается вежливым постоянно отвечать собеседнику. То есть как бы локально его прерывать, показывая то, что вы его слушаете. Да, вот такая вот играть такую эхолалию, эхо. По-русски мы это тоже делаем, когда общаемся лично. Да, вот после каждого предложения буду там что-то мычать, там, да-да, конечно. Это создает такое... Но мы больше жестами все-таки. Мы киваем там и так далее. А там прям в китайском, кстати, тоже, да. Ну, мы очень по-разному, да. Это, конечно, зависит от языка, изменяется от языка к языку. Просто такой пример сейчас вспомнился. А мне этого, на самом деле, очень не хватает в аудиосообщениях, и мне сложно, честно говоря, их записывать.
Поэтому, в том числе, поэтому я их не люблю. Потому что мне действительно приходится переключаться на какой-то более литературный язык, формировать какие-то более округлые предложения. И у меня из-за этого исчезает ощущение спонтанности общения. Вот такого эффекта у вас нет? Да, постоянно. Я как раз слушала Юлию и подумала, что это такой отголосок эпистолярного жанра. В общем, на самом деле голосовое сообщение в гораздо степени это больше письмо, чем сообщение, которое мы пишем, потому что ну, письменная речь давно уже превратилась в записанную устную, ну, когда это про обмен сообщениями идет речь. А вот наговаривание, оно... без адрес, ну, без вот присутствующего, да, оно действительно требует некоторой вычищенности, потому что к тому же еще можно себя прослушать потом самостоятельно, да, все это услышать, и в следующий раз, когда после того, как переслушаешь, подумаешь, ага, а еще следующий, еще, и как бы вот начинаются такие последовательные работы над собой, которые превращают это вот в письмо. Да, там возможно. Еще есть такая страшная надпись «Абонент записывает голосовое сообщение». Да, то есть вы уже знаете, что что-то сейчас будет, но что непонятно. А самое жуткое, это когда сначала вы видите надпись в течение какого-то времени, а потом самого аудиосообщения нет. То есть человек что-то хотел вам сказать, но передумал. Но, по-видимому, вы не дослушали. На самом деле, уже да, сказал. Человек уже что-то сказал, а вы никогда об этом не узнаете. Да, 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 да. Да, вам было что-то сказано, но все, оно да, потеряло. Я вот сейчас, кстати, что-то сказала с выключенным микрофоном, подумала, что, ну, в общем-то, то же самое. Я же явно что-то говорила, но что вы не узнаете. Ну, не знаю, нет, это ничего не так. Больше ощущение спонтанности как раз в наговаривании. Я даже сама себе записываю аудиосообщение просто, потому что я больше не скажу, в виде дневника просто. Нет, вот диктофон — это хорошо, да, диктофон у меня всегда с собой. Ну да. Ну еще, наверное, последнее я хотела сказать про то, что вот из тех звуков, которые мне очень нравятся, звуки, которые могут быть услышаны одновременно несколькими людьми в городе. Ну, например, сейчас у нас были парад самолеты пролетали. Один из самых красивых звуков за последнее время, который был из окна, ну, кроме грома еще. И вот это те звуки, которые мне нравится представлять, как слышат другие люди одновременно со мной, синхронно. Как, вот это такое, как там, вот у Улисса было синхронизирующее облако, которое видят все персонажи сразу. Но также вот такие какие-то масштабные звуки, они сами по себе, во-первых, очень красивые, во-вторых, они действительно раздаются на весь город, и это какое-то такое интересное явление, которое мне очень нравится наблюдать. Да, ну, да. Такой эффект соучастия, да, он может быть не только, он в каком смысле онлайн, наверное, может быть. Я вот когда да. читаю лекцию, там, человек на 50 через Zoom, я тоже представляю, что каждый студент сейчас сидит в каком-то сцене. В своем пространстве. Как бы даже боюсь представить, что они там делают в это время. Но, я думаю, но какой-то такая симультанная звуковая возникает. Да. Интересно, да? Да. Говори. Нет, ты. Ой, нет, ты. Не, я просто хотела сказать только то, что насколько по-разному вообще люди воспринимают звуки. Мне кажется, что слух человеческий гораздо более субъективен, чем зрение, чем зрительная оценка какая-то, потому что вот эти грохот самолетов, гром может совершенно противоположно, ну, он даже реже какого-то получит, хотя от грома прикольно ответить. Но вот этот грохот самолетов, я сама его не слышала, я почему-то спала сладким сном каждый, сколько там раз было, я не знаю, не могу оценить, но я знаю, что очень многие прям пугались, злились, ну, то есть это очень такие были разные негативные в основном реакции. У нас один из пунктов обсуждения была ностальгия по звукам нормальности. Здесь, мне кажется, мы уже начинаем это затрагивать. У кого-нибудь, может быть, есть примеры? У меня ностальгия такая, я живу в Южном Бутове, если что. У меня наземное метро, и когда еще все соблюдали карантин хорошо, у меня был эпизод, когда я вечером иду где-то, наверное, в метрах в 700 от метро и вижу объявление из вагона. Слышу объявление из вагона, да, ну вот там
следующая станция такая-то. И был такой ностальгический момент. Ну и как бы ощущение необычности того, где я это слышу, да, и на каком расстоянии. Что-то у меня в голове тогда щелкнуло. Ну, я испытываю достаточно отчетливую ностальгию по просто городским улицам, но там целый такой конгломерат. То есть это и шум, и движение, и вообще какие-то малопредсказуемые события, которые... Ну, я за городом, тут достаточно большое пространство, но все равно по дорогам, по которым там, я хожу гулять к полю, уходят более-менее одни и те же люди. Я их не знаю, но уже подозреваю, что когда-то видела. И неловко здороваться, потому что, тем более, знакомиться. Потому что, может, на самом деле, я и первый раз в жизни их вижу. Но у всех людей уже такие знакомые заранее лица, что... Потому что и дорога сама уже знакомая, и вообще, ну, как бы, да... А вот в городе, даже если ты ходишь по одной и той же Тверской, не возникает никогда ощущения, что даже проходя мимо одного и того же места, где ты все время встречаешь знакомых людей, ты все равно этим знакомым чуть больше рад, чем я вот сейчас вот этим всем людям на дороге, потому что там хотя бы есть выбор посмотреть на кого-то другого, а тут как-то вот нет. Посмотреть, услышать, на самом деле, неважно. То есть вот какой-то отдельной звуковой ностальгии, если честно, я не испытываю. А вот в комплексе сильно. Я вспомнила про звук толпы. Ну, в плане какие-то там торговые центры, театр. Вот это вот все. Ну, то есть именно большая ностальгия по звуку. Вот, что удивительно, потому что это невыносимо вообще, на самом деле, когда очень много людей. Тяжело находиться в зашумленном таком помещении среди множества людей. Но вот когда такой возник вопрос, это первое, о чем я вспомнила. Шум людей разговаривают народ день в торговом центре. Большие массы, массы человек. Переполненный бар. Хорошие. Тела. Я люблю рассказывать такой дурацкий немножко анекдот в своей жизни. Я очень плохо пою, но очень люблю. У меня есть такая как бы деформация психологическая. И в юности я любил ходить вдоль Варшавского шоссе и петь под шум шоссе, чтобы себя не слышать. И на самом деле внешний шум — это иногда очень такая экранирующая штука, которая позволяет тебе затеряться, быть неслышным, не рефлексировать. Но вот делать какие-то вещи, в которых у меня, по крайней мере, есть периодическая потребность. Поэтому мне его тоже не хватает. Я, кстати, еще подумала тоже вот параллельно про, когда зашла речь о толпе, о таком терапевтическом эффекте ну, сильного давления на тело и вообще какого-то, ну, типа, если очень плохо, там, ты в панике, то тебя нужно обнять или самому себя вот так вот сжать, ну, чтобы там, типа, была какая-то стимуляция внешняя. И это как-то помогает. Примерно такой же, наверное, только акустический, ну, в смысле, звуковой эффект на меня оказывает там шоссе, вот эти толпы, какая-то отвратительная музыка в кафе там или в баре. То есть вот когда на тебя все вокруг давит, как-то спокойнее. Потому что... Главное, чтобы слова не были слышны, как у... Да, ну, это в зависимости уже от состояния. Иногда хочется и прям послушать ужасно тупой разговор и просто прям позлить. Нет, я говорю про музыку в кафе. И вот это тоже. Я очень люблю, когда не могу слов понять. Городские жители просто собрались. Ну, ладно, слушайте, я думаю, что можно сейчас паузу в ностальгии устроить. Я хочу просто сделать быстро свое сообщение. Я тоже хотела ворваться к вам. Да, и потому что на самом деле очень многое, что уже из того, что было сказано, оно как-то бьется, а то, что я там наготовила, я сделала презентажку, сейчас я совершенно хулиганскую, никогда такую не делала, ну вот сейчас я вам ее покажу. Вот. Так. Так, все видно, да? Или не видно? Видно. Видно. Хорошо. Да, я позволила себе совершенно в свободном каком-то режиме
структурировать все, что я думаю, в этом будут чувствоваться, наверное, какие-то ошметки. Но это не, ну, в общем, не знаю, относись к этому спокойно. Вот. Такая у меня просьба. Да, я какое-то время... Да, во-первых, меня зовут Василиса, я социальный антрополог. Какое-то время назад, когда училась в РГГУ, собственно, на социальной антропологии, занималась антропологией времени. И с тех пор там много раз переключалась на другие штуки, параллельно занималась музыкой, занимаюсь. Но, как бы, ну, типа, профдеформация у меня прошла именно по антропологии времени. Поэтому чуть что, я сразу вот, вот такими вопросами задаюсь, в том числе и вот сегодня с этой темой. Да, я зачитаю, как время, как звук структурирует время и как время структурирует звук. И напротив этого вопроса аналогичный вопрос, как звук структурирует пространство и как пространство структурирует звук. Но я сразу оговорюсь, что там разделение на... Так, что происходит? Разделение на время и пространство, оно такое достаточно условное, в языке все смешивается, и в восприятии все смешивается, но вот на, как раз звук, он, его удобно рассматривать и о нем думать, вот имея в виду, ну, то есть имея как-то вот в голове вот эту границу между временем и пространством. И до того, как я как раз про время и пространство начну говорить, немножко хочу ввести такую забавную терминологию, может быть, ну, назвать некоторое количество звуков бестелесными. Бестелесные звуки, на мой взгляд, это те, которые, о которых мы можем сказать, что они воспроизводятся. То есть они не производятся из какого-то тела, объекта, предмета, сущности и так далее, не являются его непосредственным продолжением, а вот они как бы, ну, они что-то вроде как бы искусственное, они отсылают нас к чему-то когда-то, не прямо сейчас этот звук сделавшему, осуществившему, да, ну, то есть, я не знаю, как-нибудь динамики, ну, в основном, да, там какие-то гаджеты, которые проигрывают эти звуки, они проигрывают звуки в основном бестелесные. Что, собственно, да, и дальше я хочу разделить эти бестелесные звуки, которые, я думаю, нас сейчас всех сильно окружают, в домашнем или недомашнем пространстве на три категории. На управляемые, слабо управляемые и управляющие. Управляемые, ну, там, не знаю, какие-нибудь речи, информация, то есть, не знаю, когда мы слушаем там, какую-нибудь лекцию и так далее, ну, или, там, не знаю, новость, так или иначе, мы все-таки, нам не важно, кто... как она звучит, нам важно вычитать текст, либо мы можем это все вычитывать из, вместе со зрительной информацией, то есть не отвлекаясь там, на какие-то свои, на приготовление яичницы, слушать лекцию, а именно смотреть в экран и смотреть, что там лектор показывает. Но это уже будет, ну, как бы я в данном случае говорю о записанном заранее видео или, например, о том же самом голосовом сообщении, которое можно, ну, остановить, перемотать, прослушать заново, да, то есть что-то, что, в общем-то, находится в полном нашем распоряжении. Также мы включаем музыку, там, не знаю, радио можем включить, выключить, ну, хотя, ну, не знаю, переключить какой-нибудь канал и так далее. Записанные саундскейпы в каком-то другом месте, это вроде типа не музыка, но все равно управляемый вот этот вот, собственно, звук. Ну и да, и когда мы сами генерируем какой-то контент, записываем, чтобы потом отправить, мы тоже имеем какой-то к нему доступ. То есть мы, если грубо говорить, то мы по этому звуку бестелесному гуляем во времени, можем с ним делать все, что хотим, и, в общем-то, не очень зависим от него на самом деле напрямую. Да, слабо управляемый звук как раз вот возникает в ситуации коммуникации. Вот я сейчас, например,
слабо управляю собственным звучанием, потому что, ну, я что-то такое говорю, я не слышу, как я звучу у вас. Я, ну, я могу, конечно, остановиться, но я при этом не остановлю коммуникацию. Но при этом я, как бы, когда вы говорите, я тоже вас, ну, я могу, конечно, все выключить, но это будет уже с каким-то действием, которое повлияет на течение событий. Но ваш звук по-прежнему бестелесный, да, то есть я не общаюсь с вами напрямую. Ну и там, не знаю, мероприятия, коммуникации онлайн, они более-менее здесь, не знаю, смешиваются. И да, и есть еще такая категория там, управляющего бестелесного звука, в который входят, ну вот я там поместила, и да, сразу оговорюсь, это не конечные списки, это просто типа такие примеры, которые мне пришли в голову. Да, интерактивные видео-аудио-уроки, то есть, там что-то пикнуло, мне кто-то что-то сказал или нет? Не знаю. Извините, я поделюсь, очень сложно делать вот эти презентации. Я, во-первых, не вижу себя, не знаю, как настроить, чтобы видеть себя. Что-то вообще никого других не вижу сейчас. Вот, хотя бы на вас посмотрю. Все, так спокойнее стало. Ладно, все. Вот, в общем, всякие аудиоконтент, короче, который... И, ну, он стимулирует наше действие, да, то есть он как бы не просто пассивно воспринимается где-нибудь, там, кладется на полочку, и он не создан для того, чтобы быть фоном, то есть он структурирует непосредственно, то есть он направлен на взаимодействие, да, вот прямо здесь и сейчас. И упомянутые там напоминалки и будильники, мне кажется, примерно вот туда же и вписываются. То есть эти звуки, они по-прежнему не произведены ну, каким-то, ну, скажем, колоколом, например, да, который вполне себе так вот материален и понятен, и вот он там где-то вот понятно звенит. Он где-то в гаджете записан, воспроизводится, но тем не менее нами управляет. И молчаливые или немолчаливые онлайн-коворкинги в этом смысле, мне кажется, достаточно интересными, потому что если в онлайн-коммуникации как бы существует некоторый фильтр, да, полезного и бесполезного сигнала, то есть мы из коммуникации хотим что-то достать и чего-то хотим избавиться, то вот в случаях с вот молчаливыми онлайн-коворкингами любой звук, попадающий в... ну, то есть куда-то вот из компьютера вот в вашу реальность, он для вас ценен просто потому, что это любое присутствие, соприсутствие там вот этих вот других людей, и там стираются всякие фильтры. Но это так, ладно. В общем, теперь, собственно, к теме. Про пространство. Перемещение, ориентация в пространстве сопровождается звуками, ну, с некоторой необходимостью. И что, мне кажется, важным, производят новые звуки. То есть, ну, звук я здесь сейчас имею в виду как именно то, что мы воспринимаем, не какую-то там физическую объективную сущность, а именно то, что мы делаем вот с этими всеми волнами своими мозгами. И перемещая свои мозги в пространстве, мы эти новые звуки производим. И к тому же перемещение и ориентация в пространстве нуждаются в звуках для, ну, так скажем, тоже, ну, например, не попасть под машину, да, для того, чтобы ориентироваться и принимать во внимание изменения в том пространстве, которое мы видим или не видим. То есть звук нам сообщает о всем немедленно прямо сейчас происходящем. То есть звук рождается пространством, сейчас я там где-нибудь щелкну, стукну, там что-нибудь сделаю, и таким образом, там, не знаю, ущипну себя, вот так вот похлопаю по щекам, услышу этот звук, услышу свой голос и смогу подтвердить для себя настоящее время, вот нынешний сейчас момент. Зримое пространство не так активно время нам подтверждает, чем вот, собственно, звучащее.
И звук пространства нами скорее управляет, но в случае с так, инструментализацией там, звучаний пространственных объектов, как, например, там, в городском пространстве пикающий светофор или там какие-нибудь... Короче, неважно, при превращении всех этих штук в сигналы, да, эти пространственные звуки могут быть инструментом управления, то есть будет некоторый, там, не знаю, субъект, который все-таки вложил в эту волю. Не просто кинул там кирпич, и он упал, и таким образом нам управил, а ну, может звуками создаваться система. Ну, она как бы от этого не станет менее пространственной. Теперь про звук и время. Здесь немножко другая картина, потому что, ну, мы продолжаем, да, вот эту всю историю. Это все мои спекуляции, я просто не знаю. Так предлагаю такой способ просто подумать. Сознание, да, присутствие и ориентация во времени, она провоцируется звуками. То есть вот что-то происходит, там, я не знаю, пикнули часы, тикнули, там, не знаю, прочирикала птичка, и как бы это время, оно актуализируется, то есть звук, он имеет способность напоминать нам о том, что время существует. Даже если мы как-то сильно из этой мысли, из этого осознания выпали в какое-то, ну, другое поле. Звуки модерируют эту, собственно, ориентацию присутствия во времени, там 7 секунд, не знаю, звуком шагов, там, любым, на самом деле, темпом, ритмом, да, какой-то ритмической штукой или неритмической. Ну, с ней, с этим немножко сложнее просто нам обходиться. И что самое забавное, и разрушается тоже. То есть, там, если взять, например, какую-нибудь ambient-композицию, именно звучание, вот, а не что бы то ни было другое вот этого всего музыкального полотна, может вывести нас в такое состояние, когда во времени ориентироваться станет достаточно сложно, а то и вообще не нужно. То есть как бы вот слышим и слышим, вот оно идет, может, когда-то началось, когда-то закончится. Ну, можно, конечно, себе задать вопрос где-нибудь посередине, а где я, а что происходит, но вообще-то, ну, вот так некоторым образом организованный звук, он... ощущение времени и способность ориентации несколько подтачивает. И вот тут вот у меня сформулировался такой тезис, который вот приводит нас, собственно, к тематике уже карантина и изоляции, что отдаление и приближение звука во времени создает виртуальное пространство. То есть отдаление, ну, то есть, я не знаю, предположим, ну, будильник, да, вот прозвучит в 7 утра, да, я себе его куда-нибудь там вот запланировала. Или предполагаю, что вот там через сколько-нибудь времени мне позвонят или что-нибудь еще случится, и вот, вот это вот предполагаемый в будущем или воспоминаемый в прошлом звук, он как бы становится какой-то точкой отсчета, и вот промежуток между этим и этим — это некоторое пространство такое виртуальное, которое, да, может быть сложно структурировано, гибко структурировано, текучее, там, как угодно, многослойно, и, в общем, да, вписывается в эти вот термины воображение, память, план, композиция и многое другое. И да, и виртуальное пространство кажется управляемым из-за того, что оно более или менее ментальное. И сейчас, секунду. Тут вот такой есть момент, связанный с пролетающими самолетами, грозой, салютом и так далее, что для синхронизации какой-то внутри сообщества
для координации действий во времени используется пространственный звук. Он, ну, то есть, как бы, это такой звук, который очевидно слышен, ну, всем присутствующим. И он как бы распространяет свое действие на публичное пространство так далеко, как только нужно, да, и, собственно, задает некоторый ритм. Там, если куда-нибудь уходить в историю, там, это может быть бой колокольни, или там, я не знаю, в какой-нибудь деревне, там, ну, не знаю, петухи, там, все что угодно, да, то есть какие-то референтные знаки, которые считываются очень легко, просто и очевидны всем. И вот этого как раз пространственного звука публичного, его в домашнем пространстве, домашнем, не домашнем, не знаю, каком-нибудь, вот в этом закрытом, его очень мало. Потому что, на самом деле, дом-то, ну, как бы, немножко антипубличное пространство по определению, и вот этот вот координационный звук, он в него входит через достаточно, ну, через посредников, там, через телевизор, через часы, звонки и так далее. А вот виртуальное пространство, как раз которое царит внутри, царит там, я не знаю, в доме и в интернете, оно, будучи квазиуправляемым, остается такой, таким полем индивидуальной ответственности и нескончаемого поиска языка. То есть это не какой-то обнаруженный всегда общий язык, типа «окей, петухи, утро, точка», а, ну, все время что-то текучее, потому что все как бы точки опоры и ориентиры, они смещаются, они сейчас такие, потом такие, сейчас мы ждем конца там, лето или еще чего-нибудь, или следующей конференции, у всех они это разные планы, ты так или иначе контактируешь, там, как-нибудь что-то делаешь, понимаешь, что у всех других тоже что-нибудь, наверное, похожее, но не знаешь что, и, в общем, это все вот такое вот бурление, при этом какое-то управление все равно этим всем и структурирование происходит, поэтому как бы вроде пространство насыщается. То есть в карантине там или изоляции мы, ну, мы как честные зайчики минимизируем перемещение в пространстве, если грубо просто вот так вот пройтись по пунктам, которые я там написала, то получается такая картина. У настоящего времени, оказывается, меньше шансов обнаружиться и проявиться через звук в пространстве. У новых звуков меньше шансов появиться просто так. То есть их нужно реально генерировать. Ты не можешь просто, просто там, не знаю, где-то оказаться, и на тебя свалится новый звук. Скорее всего, придется включать дорожку саундскейпа из Китая и наслаждаться тем, как все там незнакомо звучит, ну, чтобы вот при этом как-то... Ну да, потому что музыка — это уже что-то чуть более старое всегда. Да, а и звуки перестают быть жизненно необходимыми. То есть меньше вероятности, что что-то резко и неожиданно изменится. Вот тут у меня, например, в комнате. Я сижу в наушниках и не мониторю вообще, что происходит, и не очень-то переживаю по этому поводу. Если бы я была вот в таком положении в городе, мне было бы гораздо тяжелее отфильтровать и, там, не знаю, с наушниками или с берушами ходить по городу опаснее, чем в наушниках и берушах сидеть вот на стуле под крышей и так далее. И это, мне кажется, достаточно важным. Ну да, если ничего по этому поводу не предпринимать особенно и не заниматься глубокой рефлексией вообще, там, не знаю, звукоанализом, то мне кажется, так как бы само собой внимание звуком, к звуку перемещается вот в это виртуальное пространство
ну, например, онлайн-коммуникации или какой-то индивидуальной такой текучей схемы планирования, фантазий, воспоминаний, которые вот при своей насыщенности наконец обнаруживают свою квази-слабоуправляемость, которая, может быть, не так сильно чувствовалась, когда это виртуальное пространство было одной из опций, да, то есть там было еще вот это вот пространство симультанно моментально звучащее, телесное. Да, и вот обнаруживает свой смещенный потенциал управлять, например, там с помощью молчаливых коворкингов. И да, связка настоящего момента и пространства, мерцая, исчезает до лучших времен. Я еще там был бонус про проблематичность звука в онлайн-коммуникации, но я так разболталась, что, ну, не знаю, наверное, уже все. Вот. Спасибо большое. Так, мне показалось очень интересно тезис про молчаливые коворкинги. Кому-то еще показалось интересно? У кого-то есть вопрос? У меня вопрос. А вот Андрей. Нет, давай. Я не поднял руку, простите. Ладно. Но у меня вот, да, вопрос. Я не уверен, что я до конца понял, что ты имеешь в виду под этим виртуальным пространством, потому что когда ты говоришь, например, про будильник или там про память, про планы, да, у меня это больше ассоциируется, например, с тем, как мы представляем именно время, да, потому что мы как бы нам привычно, да, представлять время через какое-то вот такое, через перевод его в пространство, да, то есть наши памяти, наши ожидания, они вырисовывают такую как бы вот линию условную времени, да, которую действительно мы представляем как какое-то пространство, через которое мы путешествуем, да, но мы все равно как бы... Но на самом деле именно, именно это я имею в виду. Ну, то есть, мы управляем временем через пространственные модели. Ну, не знаю, рок у нас такой, судьба. Просто так не получается. Либо через вот этот вот звук, да, который просто слышат все и сразу. И дальше, как бы, если мы вот начинаем принципиально жить без часов, без календарей, да, вот без всех вот этих вот схем и структур, которые нам как-то вот делят это все. У нас, там, не знаю, даже очень гораздо легче можно пример привести. Вот у нас, например, старт на гонке, да, можно сделать табло с отсчетом, да, где будет показываться циферками вот эта тоже будет пространственная модель какая-нибудь или вот такой-нибудь какая-то штука, которая будет показывать вот сейчас момент, когда вы побежите. Ну, можно. Но действеннее выстрелить из пистолета, сделать там какой-нибудь громкий звук, все, типа, побежали. Для подготовки удобно иметь пространственную модель. Для схватывания момента нужно, ну, удобнее иметь звук, да, то есть есть вот эта вот штука. И виртуальное пространство — это вот как бы вот тот конгломерат каких-то вот мыслей, пространственных моделей, схем, структур, которые... они... В чем проблема этого всего? Они обладают объемом. То есть когда я думаю, что вот мне в 6 часов вставать, а сейчас... не знаю, 2 часа ночи, да, я думаю, что мне мало времени осталось. Я реально бы чувствую это немножко пространственно, да, то есть типа вот какой-то маленький промежуток и так далее. В самом вот этом моменте я сейчас время, ну, не переживаю как промежуток, оно тебе течет и течет. И вот все вот эти промежутки, да, какие-то, в том числе и помехи в онлайн-коммуникации, когда у нас начинаются какие-то сдвиги, да, в этом во всем во времени, мы понимаем, что все что-то как-то не заполняет все ячеечки, да, идет не плавно, не гладко и прочие пространственные метафоры, да, я вот это называю, ну, виртуальным, не знаю, звуковым пространством. Андрей, что-то тоже хочется добавить? Да, у меня есть такая реплика. Я тут набросал себе, обещаю быть очень кратким, но у меня на самом деле огромное количество возражений.
Ура. Во-первых, мне кажется, очень странная вот такая классическая концепция субъекта. Вот, все-таки философия как-то сдвинулась с места с 19 века, да, и мы, конечно, должны думать о том, что наша субъектность, она распределенна, что мы являемся частью каких-то сетей, что, в общем-то, не вся... Сложно очень говорить о нашей автономной воле. Когда говорите про будильник, на самом деле, на вот сам акт того, что вы заводите будильник, вот насколько это является вашей волей, вообще говоря, да? На самом деле у вас есть какие-то дела, у вас есть какая-то работа, у вас есть огромное количество акторов, которые составляют вам огромные сети. Где в этой распределенной сети ваша воля? Вы постоянно вот к ней обращаетесь. Ну, воображение, конечно же. Второе. Вы говорили... Нет, воображать можно все, что угодно, но я, например, воображаю скорее Брюно Латура. Вот, у меня воображение такое. Да, хорошо. Значит, второй момент про телесность, бестелесность. Ну, по-видимому, это как-то рифмуется с разделением recorded и non-recorded sound, который вот в современном саундстрайке является более такой распространенной концепцией. Но я, честно говоря, хотел бы сказать, что вообще телесность звука... Да, мы начинаем со звука как с волны. Мы начинаем со звука как с вибрации. Мы начинаем со звука как с телесного явления, которое переходит в вибрацию. Вы там постоите у колонки на концерте, да, у вас будет и звук, и ощущение. Но дальше эта телесность возникает в звуке на очень многих уровнях. На уровне медиума я чувствую телесность своего будильника. Он маленький, он дает сбои на низких и высоких частотах. У него недостаточно веса, чтобы как сабвуфер хорошо говорить, да, со мной. Я слышу акустику комнаты. Вот телесность. Я ее могу соотнести с своим телом. На уровне перцепции там есть телесность. Да, я могу там слушать, не знаю, мы слышим синтезированный звук. У него никогда не было такого тела, который этот звук произвел. Но когда я слушаю какой-нибудь муг старый, у меня сразу же возникает ощущение шершавости этого звука, какой-то гладкости. Вот, то есть, посмотрите, у нас сразу же включается огромное количество когнитивных уровней, где телесность есть. И третье. Конечно. А вы, вот мне кажется, здесь еще немножко у вас потерялась телесность самого субъекта. И она тоже распределенная. Вот, допустим, это часть моего тела. Вот она, да? У Андрея Логутова, кроме двух лапок и двух ножек, есть еще вот это, да? Когда оно вибрирует, я вибрирую. Extension of man. Extension of man, конечно. Да-да. И поэтому... Но при этом для этого время измеряется иначе, чем для этого. Это умрет. Это будет выброшено на помойку через какое-то время. Его ждет другая судьба. Мое тело расходится повсюду. Мое тело производит разные звуки. Оно по-разному воспринимает. Оно по-разному вибрирует. Да, я все абсолютно принимаю, и так, в общем, я хочу вернуться к там, названию, и я в первую очередь говорила о структурировании, да, то есть про распределенность и телесный, то есть как бы телесный звук, естественно, звук в любом случае телесный, наши мозги его так иначе порождают, это там и все остальное, и там без, ну, без вообще присутствия тела звук достаточно сложно, динамик — это тоже тело. Все окей, то есть я сейчас говорю, ну, то есть вот эта вот классификация, я специально не стала брать никакие там чужие, ну, условно, чужие, да, слушающиеся штуки, потому что решила, ну, не знаю, правда, похулиганить и вот просто какими-то из нынешней реалии сформулировать вот такой вот взгляд на звук. С позиции того, что я с ним могу сделать и что он делает со мной через там, вот время и пространство. И но есть еще один момент. Нет меня отдельного. Вот тут как раз вот есть вот этот момент. И мне кажется, что как раз, возвращаясь к вот этой фразочке, что не проблематизировать, то есть. Если проблематизировать, то нет.
И вот тут как бы смыкаются такие штучки, то есть, в принципе, я совершенно готова принять то, что нет никакой меня, жарящей яичницу, но в случае, когда мне нужно созвониться с кем-нибудь и поговорить по Зуму, и как бы я активно чувствую вытекание вот этой меня куда-то, черт знает куда, неконтролируемо, и вытекание другого, то есть я начинаю чувствовать свое желание этого я и какого-то другого, даже если оно распределяется, да, то есть это то, что я, это можно назвать мечтой о субъекте, фантазией субъекта, да, то есть она так или иначе присутствует, в том числе и в, не знаю, в планировании, в распределении этого времени, в эффективности работы, в самооценке и, там, не знаю, в подтверждении того, что вот я здесь вот существую, а не где-нибудь в другом месте, и когда-нибудь это все закончится. То есть, как бы, еще чтобы там немножко подраскрыть как бы корни этого всего, почему, собственно, бестелесный. Я в первую очередь думала о вот этих вот, вот наших иконках. Я, когда сейчас вас всех слышу, я категорически не слышу ваши тела. Я смотрю даже на свою вращающуюся голову, она у меня неправильно вращается. Но вот я не так это делаю. Есть правда, ребят. Если бы вы видели меня сейчас на самом деле, все было бы совсем по-другому. Я понимаю, что вы тоже. Ну какие это тела? А вы слышите мое тело, нет? Да, не слышу совсем, вообще не могу. Ладно, знаете что, я все-таки немножко еще расскажу про онлайн-коммуникацию, а то все-таки получилось немножко не туда. Чуть-чуть можно, или мы сегодня уже задержались? Даниил, вам что-нибудь расскажет сегодня? Ну, это как пойдет. Мы не можем, да, задержаться? Я тоже еще много чего есть рассказывать. Ну, ладно, хорошо. Короче, все, я как всегда не уложилась. Маленький вопросик вот насчет вот этого тоже телесного, бестелесного. Мне интересно, можно ли, например, провести какую-то параллель и назвать, например, скажем, вот это вместо, да, телесного, бестелесного, скажем, звук непосредственный и опосредованный. Да. Угу. Это примерно то, что я имела в виду. Угу. Просто есть еще, мне кажется, последнее там, что скажу. В этой вот интернет-коммуникации, и почему-то, ну, что тоже меня навело на все эти мысли, оказывается, очень сложно или невозможно молчать. И как бы у нас есть опция не говорить или не звучать, да, а вот, вот такого вот просто присутствия с молчанием, его нету, да, то есть я вот не могу вот так вот делать, что-то там тереть, и при этом, ну, как бы, ну, молчать и звучать, и быть значимой, то есть я, если я потопаю сейчас ногой, вы это не считаете. То есть, хотя, ну, в любом другом случае, да, если бы вы были рядом и точно так же видели бы мое лицо, вы бы это считали. И вот это вот молчание, оно как бы исчезает, и мне это кажется значимым в связи с вот этим вообще разговором о распространенности субъекта. Он может как угодно распространяться, но в числе может и как-то вот реактуализироваться в потере. То есть вот мы теряем и сразу, сильно теряем, и сразу вот давайте у меня тело, давайте субъектность, идите нафиг со своими расширениями, вот, давайте салют и шоссе. Это некоторый жест в сети, да. Это не отменяет вашу распределенность, это просто высказывание. Окей, хорошо. Смотрите, у нас появился вопрос по поводу колокола. Значит, вы видите, да? Да. Видишь? Можешь тогда ответить? Колокол и звуки природы в деревне более спонтанны? Снимать кронотоп по слиянию субъекта с природой, в имитации самоизоляции. Вопрос актуален. Так, сейчас, честно говоря, не очень... Более спонтанны, чем что? Чем в городе, в смысле? Более спонтанные на природе, в деревне, чем в городе? Я не знаю. Я думаю, что любые вот эти пространственные, то, что я называю... Правда, простите за спекуляцию.
терминологию, это как бы не теория, да, какие-то такие, может, не знаю, ну, поэтические, что ли, сентенции. В общем, эти пространственные звуки, они в любом случае достаточно спонтанны, просто потому что они вот раз случаются, и все, перестали случиться, да, то есть можно к ним готовиться, но там их... уже распределенность во времени и правильность — это уже оценка внешняя, которая как раз будет там больше в другую плоскость это все уводить. Любимый человек заразился странной фантазией деурбанизации и переезда в деревню. Боритесь с этим. Да. Может, человек от нас хочет определенного совета. Давайте отговоримся. Совет? А почему нужно отговариваться? Что плохого? Замолчание. Сейчас что-то... А, Наталья, все, это разные люди, я поняла. Так, я, кажется, начинаю понимать, о чем вопрос. Не знаю, я вот в своих размышлениях вообще никакой принципиальной разницы между городом и деревней не проводила. Мне кажется, это и то, и другое обитаемое пространство, в общем-то, как структурируешь, так и структурируется. И в деревне... Если я правильно поняла, мне кажется, тут не проблема, а как бы какая-то, может, такая очень, с моей точки зрения, бытовая штука про то, что вот он, этот город гнетущий, со своими шумом, звуками низкими, а вот тут природа, деревни, колокола, птички поют. Ну, это да. Хорошо, там, хорошо там, где нас нет. Это очень субъективная такая штука, потому что звук, он, опять же, каждый человек, как мы уже, мне кажется, говорили о том, что вот они громыхали эти самолеты, это было для кого-то ужасно, а для того, чтобы это было красиво. И это просто нужно как-то это осознавать, а не поддаваться какому-то общему настроению того, что вот природа. Но здесь есть культурные какие-то просто, да, вот шаблоны. Ну, как мне кажется. Вспоминается великий итальянский поэт Филиппо Томмазо Маринетти придумал футуризм, когда они сидели с друзьями и пили в Париже или в Риме. Где-то они пили. И ночью среди тишины прогромыхал мимо трамвай. А трамваи тогда были двухэтажные, огромные. И в этом звуке трамвая они услышали звук будущего и звук новой поэзии. Поэтому почему бы и нет? Ну, не знаю, мне кажется, что романтизация — это штука всегда немножко запаздывающая. Ну, то есть вот сейчас достаточно легко романтизировать снесенные Собянином ларьки. Пока они стояли, было немножко сложновато. Вот, и, ну, у кого-то получалось, ну, так, поностальгировать приятнее, когда чего-то под рукой. Вот. В деревне вполне легко ностальгировать о городе. Это такая... Ну, то есть, там, не знаю, скучать. Вот Наталья продолжает задавать вопросы в чате. Ага. Мы просто не можем сейчас, наверное, очень подробно на него отвечать, поэтому ответили, как смогли. Я говорил не о бытовых стереотипах, конечно, я говорил о культурном коде каком-то. Деревня, город. Даниил, может быть, вы все-таки что-то скажете? Да, давайте. Вот. Ну, у меня, на самом деле, да, такой рассказ, он получается не совсем в тему того, что мы говорили, да, о чем мы говорили, он больше про, ну, в общем-то, отчасти, да, как бы о том, чем мы можем заниматься, пока мы все сидим дома, вот. И немножко такое предостережение, что на самом деле, вот, Ню, я вам немножко соврал, говоря, что я буду говорить о каких-то технических, да, вариантах. На самом деле, в том, что я подготовил, этого нет, но я в конце своего рассказа дам, скажем, определенные... Ну да, просто там ссылки, что можно посмотреть, что почитать, чтобы мы сейчас на какие-то там супертехнические моменты не тратили время.
Вот, я тоже подготовил небольшую презентацию, и так у меня не очень большой опыт такого рода выступлений, вот, я написал себе текст заранее, поэтому в основном я его буду читать, вот, вы меня простите. Вот, все могут видеть слайды? Ага. Ага, хорошо. Вот. Ну, значит, да, вот. Всем привет. Опять же, да, меня зовут Даня Пильчин. На всякий случай напомню. Вот, я композитор, и сейчас я заканчиваю магистратуру в Гаагской консерватории. И в прошлом месяце я выступил с организатором фестиваля, интернет-фестиваля Spring Festival Online. Да, естественно, в середине марта начался такой вот локдаун в Голландии. И как раз в начале апреля, да, проходит такой ежегодный фестиваль, Spring Festival. Это фестиваль как раз Гаагской консерватории, который в основном фокусируется на новых работах студентов-композиторов. И по такому забавному совпадению, за какое-то время до этого я как раз начал интересоваться возможностью того, что называется, сетевого исполнения музыки, то есть, да, исполнение музыки через интернет. Так что идея вот вместо этого нашего отмененного фестиваля организовать что-то онлайн, она как бы пришла совершенно закономерным образом ко мне в голову. Вот, и в этом коротком, насколько возможно, рассказе я постараюсь рассказать о том, как строилась организация фестиваля, и о том, немного о том, какая музыка там исполнялась. И в первую очередь нужно сказать, что с самого начала у меня было две такие конфликтующие в каком-то смысле идеи насчет организации этого фестиваля. Да, во-первых, мой личный интерес, как я уже сказал, был сфокусирован именно на сетевом исполнении, то есть на живом исполнении музыки людьми из разных мест одновременно по интернету. И во-вторых, с точки зрения именно организации, да, того, что мне было интересно попробовать как куратору, да, было интересно сохранить как можно более горизонтальную организацию фестиваля, исключающую возможность отбора программы и какой-либо конкуренции между участниками. Да, то есть дать всем возможность высказать и сделать именно то, что они хотят, да, в полном объеме. И в итоге программу фестиваля составили в основном пьесы в живом исполнении, из которых 5 были сольными пьесами и 4 ансамблевыми, с количеством участников от 2 до 7. И также было 3 предзаписанные пьесы, из которых 2 короткометражных фильма и интерактивная языковая инсталляция, целиком занявшая один из дней фестиваля. И да, в итоге, возвращаясь к вот этому первому пункту, несмотря на то, что большую часть программы действительно составили сольные и предзаписанные пьесы, все же можно сказать, что значительная часть фестиваля была посвящена различным взглядам на сетевое исполнение музыки. И сейчас я сделал небольшое отступление именно вот такого теоретического и немножко технического характера, да, и вкратце рассказать о том, что такое, собственно, есть сетевое исполнение музыки. Да, потому что без этого было бы достаточно сложно понять изначальную задачу организации такого фестиваля. Сетевое исполнение музыки — это мой вольный перевод понятия Network Music Performance. Его можно описать как совместное исполнение музыки людьми из разных локаций с помощью сети интернет. Впервые такое определение появилось в работе Джона Лазаро и Джона Вавжиника «A Case for Networked Musical Performance». Однако сама практика такого рода исполнения восходит к 1991 году, к первому из так называемых телематических концертов и telematic concerts музыки Полино Оливейрос. Так что ее можно по праву назвать одним из пионеров такого рода практики. И тут уже прозвучало два термина: Network Music Performance и Telematic Concerts. Между ними
существует определенная разница, в основном в истории употребления, а также в политических и социальных посылках как одного явления, так и другого. Однако в широком употреблении они более-менее взаимозаменимы, поэтому сейчас я не буду вдаваться в подробное объяснение разницы между ними. А среди тех, кто в наше время занимается разработкой технологий, а также эстетики сетевого исполнения музыки, можно назвать Криса Чейфа и Сару Уивер из Стэнфордского университета и Ребекку Уилсон из Амстердамского центра электронной музыки STIME. Последняя в своей работе об ограничениях, эстетических предпосылках и творческих стратегиях сочинения для сетевого исполнения музыки указывает на три основных ограничения этого формата. Первое — это задержка и неопределенность, неизбежные искажения и нестабильный характер передачи данных по сети. Второе — мультилокальность, столкновение звуковых образов, существующих на разных временных плоскостях, создающие новый тембральный опыт. И третье — это опосредованное присутствие, ограничивающее возможность визуальной и аудиальной коммуникации между музыкантами. И из этих ограничений происходят три основных эстетических подхода к сочинению такого рода музыки. Да, вот они здесь справа. Первое — это поствертикальная гармония, когда в ситуации постоянно изменяющейся задержки композитору приходится считаться с невозможностью контроля гармонической вертикали. Второе — это резонанс и новые тембры, возникающие благодаря совмещению разных акустических пространств. Да, то, о чем мы говорили в начале дискуссии. И третье — это новые способы обмена необходимой информацией между исполнителями. Да? То есть, когда у нас нет, когда у нас ограничена возможность, скажем, например, визуального контакта, да, или аудиальной коммуникации, да, то, о чем Вася говорила, тоже очень серьезно ограничено, да, тогда композитор должен придумывать какие-то возможности, как сама музыка, да, может программировать новые способы коммуникации между людьми через коммуникацию между музыкантами, да, когда они вместе одновременно играют что-то через интернет. Вот. Такое очень краткое объяснение того, что я имею в виду под сетевым исполнением музыки. И сейчас давайте вернемся к фестивалю и опять же, к двум основным идеям его организации. Во-первых, так как моим основным желанием было исследовать возможности сетевого исполнения музыки, я предложил композиторам задуматься об адаптации тех пьес, которые уже были написаны для основного фестиваля, зная, что в основном это были ансамблевые пьесы. Однако это казалось возможным только в случае четырех сольных пьес, да, которые каким-то образом были переработаны, также одной ансамблевой и вот этой интерактивной инсталляции, да, которая уже существовала в каком-то виде, но мы их переработали для фестиваля. И все остальные пьесы были написаны специально для нашего фестиваля. И во-вторых, идея горизонтальной организации оказалась удивительно плодотворной. Да, потому что изначально сама идея фестиваля не только была встречена с энтузиазмом композиторами, но немедленно объявились какие-то люди, которые решили помочь мне с организацией. Да, и в итоге с организаторами фестиваля выступили два других студента консерватории, Доминик Желкоганова и Хиде Крамер. И изначально Доминик вызвалась заниматься составлением программы и пиаром, а Хиде — технической поддержкой веб-сайтом. Но в итоге все задачи, да, перемешались, и все делали все чуть-чуть, да, все понемногу. Вот. Также студия ЛОС, это независимая площадка экспериментальной музыки в Гааге, предложила нам свое пространство и стабильный интернет для проведения трансляций, и также оборудование для звука и видео. И отдел маркетинга на консерватории предложил нам помощь с дизайном и продвижением. И дизайн сайта, да, так как мы решили сделать отдельный сайт для фестиваля, вот, нам сделал Юлиан Веркерк, графический дизайнер. И также, вот, говоря об этой горизонтальной организации, да, композиторы сами занимались подготовкой и репетициями своих пьес, и моя роль как организатора сводилась в основном к поиску наиболее подходящих технических решений для каждой пьесы. Так, как это у меня? Секунду. Вот. Сейчас я вам покажу сайт нашего фестиваля.
Вот он так выглядит, да, в итоге из всех предложенных пьес мы составили трехдневную программу с 14 по 16 апреля. Вот у нас достаточно много было разных происшествий. Да, и нужно сказать, что наш фестиваль во многом был первым онлайн-фестивалем такого масштаба. Мне сейчас сложно вспомнить, да, какие-то похожие события, которые не были бы просто, скажем, да, там, вот концерт, да, и люди там из трех мест вместе играют, да, а тут именно большой трехдневный фестиваль с очень широкой географией, да, и большим количеством разнообразных и разнохарактерных пьес в абсолютном большинстве сыгранных живьем. И, конечно, нас, когда мы начали это все организовывать, когда мы закончили вот этот call for scores, да, и так далее, собирать предложения, мы испугались, вот, потому что, конечно, у нас не было какой-то очевидной идеи, как это, да, как это все организовывать. А с другой стороны, да, мы хотели сделать слушательский опыт как можно более плавным, поэтому нам нужно было найти как можно более стабильный и эффективный способ трансляции. Для этого, во-первых, мы сосредоточились именно на создании веб-сайта, который служил своего рода виртуальным концертным залом с экраном сцены на самом видном месте. Да, тогда он выглядел чуть по-другому, потому что сейчас наш сайт больше служит для того, чтобы смотреть записи. Да, тогда вот, а раньше вот вы только открываете сайт, и сразу по центру у вас экран, а под ним вот вся информация про пьесы. Да, то есть получается, как экран — такая виртуальная сцена, а это такая виртуальная программка. Вот. И во-вторых, мы структурировали программу фестиваля по принципу подобия, да, то есть мы пытались пьесы с каким-то похожим техническим решением, да, поставить в один день фестиваля. Поэтому у нас первый день в основном заняли ансамблевые пьесы, да, и для этого мы сделали такой механизм, что все музыканты, они соединялись через, да, вот такие в таких виртуальных комнатах, да, как то, что у нас есть в Zoom, но мы использовали другое программное обеспечение, более подходящее именно для музыки. Да, я чуть-чуть упомяну об этом в конце. И во все эти комнаты мы подключались из этой студии, из студии LOS, с одного компьютера, который был такого рода хабом, да, и с этого компьютера, подключаясь к этим разным музыкантам, мы бесперебойно вели трансляцию всего концерта, то есть нам не нужно было там останавливать трансляцию и там перемещаться куда-то или там еще что-то делать. Да, это все было очень плавно. Второй день был полностью посвящен сольным пьесам. В этом случае все пьесы транслировались каждым музыкальным отдельно из их комнат, а мы в студии поддерживали канал связи с музыкантами, да, то есть у нас был просто там звонок там по Фейсбуку, и мы просто организовывали очень быстрое и плавное переключение между ними, чтобы это сделать как можно более незаметным для слушателей. Да, и в итоге все, что нужно было сделать слушателям, это просто зайти на наш сайт, начало концерта, да, и вся работа над переключением от одного виртуального пространства. Да, и в этом смысле я имею в виду именно вот, скажем, да, виртуальное пространство, какое-то воображаемое пространство, да, от одного такого пространства к другому переход происходил полностью за кулисами, да, то есть слушателю ничего не приходилось делать. И третий день, как я уже упомянул, это была просто интерактивная звуковая инсталляция, она была на отдельном сайте, да, мы повесили ссылку на то же место, где был экран до этого, и слушатели могли просто туда перейти, и вот, да, это такое отдельное такое виртуальное пространство, где тут тоже описание, инструкция по применению, по воспроизведению, да, и вот ссылка, кнопка play, и да, просто вот вы сами себе это виртуальное пространство создаете с помощью этих всех крутилок. Да. И она работала целый день. В конце я упомяну пару вещей, которые, на мой взгляд, оказались не очень удачными. Так, как мне это открыть? Почему? Что? В чем проблема? А, вот.
Да, во-первых, как только мы разобрались с технической стороной трансляции, то есть как все это делать, как, там, чем пользоваться, какое нам нужно оборудование, какие программы, и прошел вот этот первоначальный шок, мы поняли, что на самом деле у нас была возможность сделать структуру фестиваля значительно сложнее, без особых потерь для качества и плавности трансляции. Мы поняли, что мы могли бы позволить себе намного большую свободу и изобретательность в составлении программы, а не подстраивать ее под наше техническое решение. Да, и в конце концов, да, мы можем сказать, что с уверенностью можно сказать, что онлайн-фестиваль может иметь такое же сложное сочетание сольных, ансамблевых, электронных пьес, как и любой обычный фестиваль, если уделить достаточно времени и сил на его подготовку. Да, и второй очень важный момент – это то, что любой фестиваль – это, конечно, не только музыка, но и настолько же это важно, если даже не более, да, это общение между людьми. И на этот аспект нам совершенно не хватило внимания. И после каждого концерта нам писали слушатели, желавшие пообщаться, и спрашивали, не хотим ли мы сделать какую-нибудь там онлайн-встречу в Zoom или где-то еще с напитками и обсуждением. Да, и мы, конечно, на это реагировали, мы шли на встречу и организовывали что-то такое, но, конечно же, нам это нужно было продумать и организовать заранее. И здесь действительно, в каком-то смысле, как я уже упомянул, мы оказались первопроходцами, да, с этим фестивалем, потому что действительно такого чего-то большого раньше еще не случалось. Поэтому действительно нет ничего удивительного в том, что какие-то моменты не удались, да, особенно если учесть, что он был организован тремя людьми без какой-либо серьезной технической организационной подготовки, да, и нам пришлось всему учиться в процессе. Но при этом важно, да, упомянуть об этих ошибках, потому что их очень легко было бы избежать, если бы мы об этом вовремя задумались. И если кто-то хочет организовывать что-то похожее, да, то не хотелось бы, чтобы эти ошибки повторялись. И в завершение я просто покажу слайды с тем, чего можно почитать, потому что, естественно, в таком формате очень короткого рассказа невозможно рассказать про все. Да, поэтому для тех, кто интересуется, вот о чем-то можно почитать. Да, во-первых, про фестиваль, вот этот вот Not Organizing the Spring Festival Online. Это документ, который мы составили вместе с другими организаторами после фестиваля, и там, в общем-то, вы можете найти такую расширенную версию того, о чем я сейчас рассказал, плюс очень подробное описание технических решений про каждые пьесы и в целом, и протокол трансляции и так далее. Вот. И с инструкциями, да, для тех, кто хочет организовать что-то подобное. Второе — это Creating the Online Spring Festival 2020. Это практически без каких-то технических вещей, но более такой поэтичный и интимное размышление вот одного из организаторов, Хида Крамера. И, в конце концов, наш сайт, который я вам только что показал, вот на него ссылка. Да, я потом PDF сделаю этих слайдов, да, и выложу в группу, наверное, ну, решим, да, чтобы кто угодно мог открыть и по этим всем ссылкам переходить. Да, и про сетевое исполнение музыки, да, если кто-то интересуется этим явлением, да, то можно, естественно, почитать про тематические концерты Полины Ливерас и там несколько других точек зрения в этой статье. Потом вот эта работа Ребекки Уилсон, которую я уже упомянул, это абсолютнейший must для всех, кто интересуется исполнением музыки через интернет. Да, это очень подробная, исчерпывающая работа про все технические, все эстетические вещи, да, связанные. Да, и дальше работа студентов Стэнфордского университета под руководством Криса Чейфа. Это для более такого углубленного именно технического изучения. Плюс мне еще стоило упомянуть работы самого Криса Чейфа. Не хватило места на слайде, но их очень легко можно найти по интернету. Они все в интернете, они все в открытом доступе. И два последних options for remote music concerts и remote live music making with Jamilus — это просто два таких текста с чисто техническими инструкциями, что вообще можно сделать. И последним, вот буквально недавно вышел текст Сэмюэла Фризена, это композитор, поэт и философ, который живет в Амстердаме.
про именно музыку, про разные музыкальные инициативы во время эпидемии, да, то, что происходит сейчас. Такой очень красивый, поэтичный, пристрастный обзор разных музыкальных инициатив. Так. Собственно, все. Вот. Извините, что чуть дольше, наверное, получилось, чем должно было. Вот. Но, да. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Есть ли вопросы? Здорово. А у меня есть очень маленький вопрос один. А есть ли кто-то, кто отказывался участвовать? Или вообще такая ситуация возможна? Или участвуют изначально только те, для кого это комфортно? Мы просто повесили открытый призыв нам слать эти самые предложения, поэтому мы никого не звали. Да, и у нас как бы изначально... Для меня тоже вот такое горизонтальное... Идея горизонтальной организации в том, что она в основном вот на таком энтузиазме и на желании людей работает. То есть я не просил никого там ничего делать. Если бы у нас было 3 пьесы, мы бы сделали один концерт на полчаса, да, ничего страшного. Вот, поэтому просто вот кто хочет, тот и делает. Так, вот тут просят... Последний ссылочку в чат кину, сейчас кину. Но, опять же, да, я... Да, не знаю, если с этим нет проблем, я пришлю PDF со всеми ссылками еще в группу. Но, да. Вот. У меня есть вопрос, который... Ну да, типа как бы на будущее, не на будущее, но вот вы обсуждали ли вы, насколько как бы онлайн-фестиваль может быть частью офлайн-фестиваля? И вообще, ну то есть представим себе, что это не вынужденная мера, да, а одна из вообще опций, как... Ну, то есть, где корень интереса к этому всему, например, там, воображаемой ситуации невынужденности, да, то есть, там ведь еще возникают какие-то места пересечения, например, да, где может быть... просмотр онлайн-пьесы в офлайн-концертном зале. Да, да? Да. То есть всякие вот эти штуки. Просто были ли у вас разговоры об этом? Да, конечно. Во-первых, я чуть-чуть сейчас начну с не ответа на вопрос, но мне кажется, вопрос вынужденности, да, он, его можно шире трактовать, да, и, конечно же, он не исчерпывается, да, текущим кризисом. И, например, есть абсолютно удивительные и фантастические проекты, сделанные, например, с людьми, которые живут в лагерях беженцев, скажем, да, и есть совершенно фантастическая пьеса Тревора Грала «Vocal Postcards», которую он сделал в прошлом году с двумя такими communal choirs, да, такими общественными, не знаю, как перевести, ну, с хорами беженцев. Там одни жили в Афинах, другие в Гетеборге. И они не могут перемещаться, да, но они хотят петь вместе. И вот с этой технологией, да, для них это было возможно. Другой момент. Есть не, как бы ситуация не принуждения или там невынужденная ситуация, а ситуация выбора. Да, например, тебя позвали играть на фестиваль в Новую Зеландию, а ты не хочешь лететь на самолете, потому что не хочешь этот карбон футпринт оставлять и так далее. Да? Вот ты играешь по интернету. Такая ситуация возможна. И с другой стороны, да, как я уже... теперь я уже отвечаю на твой вопрос. Да, как я сказал, что те ограничения, которые интернет-коммуникация нам на нас возлагает, я не знаю, да, она как раз вот дает, она позволяет нам вырабатывать какие-то новые возможности именно музыкально с этими ограничениями справляться, да, и поэтому, например, вот именно те композиторы, которых я упомянул, там, Крис Чейф и Ребекка Уилсон,
они уже там, да, на протяжении, я не знаю, 20 лет, они пишут только такую музыку, да, они не пишут музыку, которая там исполняется там двумя людьми в одной комнате, да, потому что для них эти ограничения сети — это именно то, что как бы двигает их творческое воображение. Да, и опять же, да, вот эта задержка и постоянно меняющаяся задержка — это совершенно другое восприятие времени. Да, и для меня, например, это восприятие времени тоже очень интересно и тоже очень важно. Да, потому что это нелинейное время, это время без центра, это время, где мы не можем ориентироваться на что-то одно, да, это децентрализованное общение. То есть все эти вещи, которые во многом, да, невозможны только по интернету, да, и для музыки они как бы дают очень ценное, мне кажется, но они могут, да, вызвать какие-то интересные творческие отклик. Вот, не знаю. Ну, вот такой ответ. Не знаю. Да, конечно. Просто есть как бы, да, вот это ограничение, идея ограничения, но просто еще, мне кажется, что там через эту сеть как раз, там, не знаю, множится вот, количество акторов, то есть искажения, которые происходят при передаче звука, да, там по какому-то такому или иному сигналу, оно не контролируется централизованно, да, через присутствие, да, то есть ты понимаешь, что все эти искажения, они индивидуальные у каждого воспроизводящего, принимающего сигнал, там, лэптопа и так далее, да, то есть по сути ты не просто там отдаешь музыку на откуп восприятию там человека, еще и даешь музыку на откуп восприятия приборов, там, не знаю, соединений интернета и так далее. Ну, то есть, типа, и они становятся видимыми, все вот эти вот штуки, ну, там, плюс еще там какие-нибудь помехи, техника, да, то есть это такая штука. Ну, короче, через музыку вот это вот все проявляется. Но я вот на самом деле там не знаю, сколько это нужно проблематизировать. То есть можно проблематизировать и там сказать, что вот мы все такие теперь в горизонтальных отношениях с техникой, все производим звуки. Вот. А можно действительно через время, и тогда получается, что это не важно. Можно я добавлю вопрос к этому? Какой-то эквивалент дирижирования есть в этом или нет? Так, вот на второй вопрос я отвечу чуть-чуть позже, есть, вот, но, так, ну теперь, сори, Вася, да. Вот ты сказала, повтори то вот этот момент. Да, я поняла. Проблематизацию, пожалуйста. То есть можно, я просто, вот, если брать эту всю среду, как питательную среду, и там, не знаю, как инструмент, да, вот у нас есть инструмент, как-то мы с ним обращаемся. У него есть свои возможности, ограничения, в общем-то, не очень-то, мы, ну, важно, что возможность, что ограничение, это все одно, да. Просто мне почему-то представляется, что, например, там проблематизация техники, задержки и там восприятия — это какая-то одна история, просто вот в подходе. А работа, например, со временем, да, с приниманием всего, как вот оно есть, уже как музыку, да, и даже не попытки контролировать, а просто вот как есть, вот от того и пляшем — это какая-то другая история. Понял. Смотри, ну тут, мне кажется, вот это разделение, да, которое оно как бы существует изначально, да, и соединение, которое мы как композиторы из этого вот производим, это что-то, что, мне кажется, в принципе, в музыке существует постоянно, да, если мы там возьмем, ну, вообще историю музыки, да, у нас есть инструмент, скажем, скрипка или флейта, да, и мы как бы как композиторы, мы вот берем, что есть, смотрим, что можно, что нельзя, и пишем для этого музыку. И работаем с теми ограничениями, которые есть. Но нам тоже никто не запрещает эту скрипку взять и переделать, сделать там что-то там покороче, что-то там где-то там поменять, да, и какие-то новые кнопки на флейту добавить. Да, и то же самое вот эти все ребята, которые занимаются вот музыкой через интернет,
Да, они вот пишут музыку сейчас, но точно так же, да, они делают новые программы, новые протоколы и так далее. И в этом смысле нужно понимать, что есть проблемы и ограничения, которые вызваны чисто физикой интернета, да, то есть у нас, да, идет соединение со скоростью света, но скорость света по оптоволокну на сколько там, это только 2/3 от скорости света в воздухе, да, это вот это физическое ограничение, с которым мы не можем сделать ничего, да, мы не можем сделать это быстрее, поэтому вот момент задержки, у него есть чисто физическое такое обоснование, да, с которым ничего нельзя сделать. С другой стороны, есть момент протокола, да, это вот эта децентрализация и то, что мы не можем, да, то, что мы, у нас весь сигнал, он опять же по этим физическим всем волокнам проходит, да, и постоянно прыгает через эти разные серверы и так далее, пока он дойдет до адресата, куча всего потеряется, куча всего там будет искаться в процессе, да, с этим что-то можно сделать, да. Okay. Вот как бы такой, вот. И насчет дирижирования есть, но есть как бы, есть тоже разные моменты, да, например, с этой пьесой, а нет, это была другая пьеса, но был, например, очень интересный проект, в котором играли два оркестра тоже в разных залах, естественно, до эпидемии. Вот. И у каждого оркестра был свой дирижер, но при этом был третий дирижер из другой какой-то, значит, комнаты, который дирижировал дирижерами. Вот это какая-то такая вот безумная история. Но при этом, опять же, да, с задержкой ничего сделать нельзя, поэтому какое-то дирижирование это должно быть другое, да, либо, да, например, как есть, ну, есть определенное такое направление дирижирования, когда дирижер не в момент, когда должен звук прозвучать, дать свой, ну, отбить долю, да, а чуть-чуть раньше, вот, а музыкант играет чуть позже, да, такое какое-нибудь дирижирование может случиться. Или еще момент тоже с задержкой очень интересный, если... Но это известно, да, что в очень больших оркестрах там, музыканты из ударной группы, которые очень далеко от дирижера находятся, они знают, что им нужно сыграть чуть-чуть раньше, чем дирижер показал. Потому что пока звук дойдет, дирижер уже подумает, что они опоздали. Да? Вот, поэтому дирижирование и задержка, они, в общем-то, да, дружат в каком-то смысле. Поэтому что-то можно с этим сделать. И, да, последний момент по дирижированию, еще момент этих world clock, да, то есть этих часов, которые на каждом компьютере одинаковые стоят, если они подключены к интернету, вот. А есть, да, возможности что-то с ними делать, да, просто отдавать сигнал, и он точно будет как бы синхронно вот на нескольких компьютерах. Но это уже как бы такое тоже опосредованное такое дирижирование, да, технологическое. Вот. Спасибо. Спасибо. Тут маленький технический момент. Даня и кто еще писал? Писала Василиса. Да, Василиса писала. Смотрите, там кнопочка. Можно ответить либо ведущим семинара, либо ведущим и участникам. Нажмите, пожалуйста, и ведущим и участникам, потому что я не могу скопировать ваш ответ. Да, я ответил. А, группы, я поняла. Да, я Алексей, я прошу прощения, я вам отправил ссылку, но отправил ее на самом деле нам. Сейчас я попробую, вот, сейчас надеюсь, что я всем отправил. Угу, да, спасибо. Ой, а что это я скопировала? Хорошо, ладно. Друзья, может быть, у кого-нибудь еще остались какие-то комментарии, вопросы? Ой, а я почему? Резюме какое-то, может быть, кто-то хочет сказать. Ну, не знаю, я могу сказать, что очень... такой, не знаю, может, даже смешной комментарий. Довольно...
сложно вот сейчас в этом во всем выйти за... Короче, почувствовать других людей, вот простите. То есть в общении, там, не знаю, обсуждение, оно... ходит, оно оставляет какой-то след, но мне кажется, что количество индивидуального, личного, абсолютно никуда не проникающего опыта сейчас у каждого настолько, ну, больше, что оно немножко тонет. И в связи с этим, не знаю, меня радует то, что у нас были очень разные вот эти вот все такие сообщения. Радует достаточно, так, не знаю, мрачно, потому что это как-то еще больше подчеркивает эту нашу самую разделенность. И я думаю, что она в том числе и происходит через звуки, да, потому что... Я не знаю, я вообще не могу себе сейчас представить общих звуков. Вот. А как же всех. В Италии, например? А сердце бьется, нет? Сердце бьется у всех по-разному. Я вот даже и не чувствую свое, если честно. Ну, не могу, конечно, но прямо вот сейчас вот пока не сказали. Даже до сих пор не особо не чувствую. И уж не слышу точно. Ну, это скорее хорошо, чем плохо, на самом деле. Наверное. Вот. Италия замечательна. Вот там кто-то делился в Фейсбуке, что ему там МОЗ.ру или что-то прислали инструкцию, как 9 мая выйти на балкон и петь. Это все смешно. Ну, не в Италии мы, ребята. Мы просто очень далеко друг от друга все гораздо. То есть у нас, в принципе, ну, как бы, там наша урбанистическая, не знаю, какая-нибудь среда не подразумевает. Вот, так что что там? Но при этом безумно интересно, что... Какие, собственно, все эти... Какие следы у нас все-таки остаются вот после вот этих всех обменов? Что это, не знаю. Такое ощущение, что это изоляция, как чашка Петри. Там у нее вот так вот... Пункс, и дальше все растет. Там, не знаю, бактерии, грибы или что. Вот. Не знаю. Мне кажется, у нас сейчас тут 7 чашек Петри. Нет, мне кажется, мне было ужасно интересно слушать про артистические практики вокруг... самоизоляции, потому что вообще-то формы кооперативности, они никуда не уходят, просто приходят новые, которые изначально могут не всем казаться формой кооперативности. Но вообще какое-то само понимание близости между людьми — это вещь довольно изменчивая. Да? Мы знаем, что в разных культурах по-разному понимается близость, мы знаем, что в разных условиях по-разному понимается близость. Поэтому у меня, честно говоря, такой как бы вот особенно смотря на артистические проекты, ощущения изоляции нет. И вот то, что мне очень показалось интересно, то, что Даниил говорил, вот что хорошее искусство часто рождается из продуктивного обращения к ограничению. Вот, то есть техника, которая у вас есть, она просто подсказывает то, что вы можете делать, что-то вы уже не можете делать, теперь вы можете делать что-то еще. Какая-то смесь звукорежиссуры и дирижерства появляется, насколько я понял, которые уже вот друг с другом как-то так смыкаются, и с одной стороны мы разделены, а с другой стороны тот человек, который этим занимается, он как-то растет, не только сам по себе, да, но и врастает в других людей как-то по-новому. Не, мне кажется, это очень вообще круто, прикольно, и как бы очень интересно. Да? То есть это не грустное кино, на самом деле, с моей точки зрения. Очень классно сейчас прозвучал такой легкий негатив от Васи и легкий позитив от Андрея. А я попробую сказать что-то среднее. На самом деле... Ой, что я вот пытаюсь что-то сказать, у меня все мысли уходят, вот мне прям очень сложно быть согласна с тем, что коммуницировать таким образом, как будто, ну, тоже уже упоминала о том, что это не то, что нематериальное в плане, не имеет денежной какой-то ценности, а в
плане материальное, это как будто, ну, что-то... Для меня искусство, даже музыкальное, что, в общем-то, может звучать очень абсурдно, это то, что можно потрогать прям руками, физически, тактильная история. Часть это связано с моими практиками, с голосом, с людьми, с тем, что я занимаюсь перформансом. И очень в сообществе сейчас это активно тоже обсуждается, что делать именно с перформансом в онлайне, потому что это там, в принципе, первостепенное — это соприсутствие зрителя и человека на сцене. И для меня был вот такой вот подход к музыке, к исполнительству очень важен тоже. А тут как бы вообще полная растерянность. Но вот и тут сложно как бы говорить, что есть что-то негативное или есть что-то, чего не хватает или так далее, потому что просто все как бы превратилось в совершенно другое. Ну, то есть это тот подход к музыке, которого не было раньше в моем мире в принципе. И я вот очень благодарна тоже, что вы меня позвали на эту беседу, потому что я чувствую себя среди вас тут немножечко таким парафаном, потому что то, что мы вот пробовали сделать, это абсолютно такая первая проба на тех средствах, которые были вот мне, Жене, понятны, которые мы пробовали. Потому что всех вот этих технических данных у меня нет к этому доступа совершенно. Были у нас там обсуждения тоже с Наташей Пшеничниковой, с Лаголом, в котором, я понимаю, часть я и Жень тоже, что там что-то создаются, какие-то новые приложения для того, чтобы можно было параллельно исполнять музыку, но еще пока ничего такого не существует. И самое главное, что типа отсутствие задержки, например, сможет только преодолеть сетевой интернет. То есть по Wi-Fi у тебя все равно будут какие-то задержки. Понятно, что с этим тоже можно наиграть. Задержка будет всегда. Наиграть, но как раз то, что... Пока мы не сломаем физику. Да. Ну, в плане минимизировать ее можно проводным интернетом. Я к этому, естественно. Но это интересная такая мысль. И понятно, что вот этой задержкой им нужно пользоваться, но это уже, получается, подразумевает создание вообще совершенно новых историй. Я смотрела... Однозначно, да. Первый день фестиваля, мне очень понравилось, спасибо. Было круто. Особенно там, ну, то есть я там прям действительно, ну, я мало чего по сети слушала из музыки, что мне прям действительно что-то по мне такое возродило, а это было классно, и там очень многие вещи прям и звучали очень здорово, даже в моих колонках моего ноутбука, и меня это удивило, это было здорово. Спасибо. Вот. Но это подразумевает то, что мы как бы что-то вообще, получается, откладываем, ну, то есть что-то невозможно по сети сделать. Может, это и хорошо. Новое. Ну, вот. Да, то есть как бы квартет Бетховена, да, к сожалению, невозможно сыграть по сети. В общем, музыка нас спасет. Это неплохо, но... Ну, я имею в виду, да, любая музыка, которая вот она которая зиждется на вот этом немедленной реакции, да, ее невозможно играть по сети. Вот это как бы единственное. Может быть, я сыграть так, как Бетховен ее задумал, но не знаю. Мне кажется, что достаточно легко воспринять то, что получится, как музыку. Даже если сыграть Бетховен по сети. И может быть, это будет красиво. Ну да, но это уже будет... Ну да, что-то другое. Ну, то есть, я не знаю, вообще эстетизация всех этих гличей, задержек и прочих багов, вот, которые ужасно раздражают вот, в речи и при этом совсем не раздражают, а ровно наоборот вот, в игре с музыкой, это такая
Не знаю, мне кажется, немножко целительная вообще вещь. Так что тут сейчас вот Аню говорила, и там все ну, как-то вот заедало. Ну, я же понимаю, что ты там говоришь, а я ничего не слышу. А и куда ты? Куда ты исчезаешь? Я только тебя поймала. Вот. Это достаточно... А в музыке как бы все, то, что долетело, то и красиво. Да, вот у меня маленький комментарий вот к тому, о чем Ню говорила, да, о том, что вот мы такие все оказались в этой ситуации, да, и неизвестно, какие есть технические возможности. И это действительно так, да, потому что очень долгое время вот эта практика сетевого исполнения музыки, она существовала только вот в такой среде вот этих технологических нердов, которые, к тому же, еще и современные композиторы, да, которые вот... Действительно, их там было 10 человек в мире, да, ну, там, чуть больше. Вот, да, то есть это какая-то такая область абсолютного такого энтузиазма и технологического какого-то поиска, да, и экспериментаторства. А сейчас, да, когда мы вдруг все сидим по домам, да, действительно случился какой-то вот этот бум вот этих всяких артистических инициатив, да, и очень многие действительно начинают как бы задумываться, а что же нам делать, да. И поэтому, да, в этом смысле я, конечно же, еще раз упомянул про эти все там технические... Ну, про документ с технической документацией, да, которую мы сделали, которую я запущу, я думаю, что это будет полезно. Вот, просто в качестве, да, как вот посмотреть, что вообще есть, потому что это нормально, да, что вы об этом не знаете, потому что об этом... Откуда, да, об этом знать, если об этом не нужно знать, да, зачем? Да, и мне кажется, это будет классным аккордом, таким финальным, потому что мы сегодня, насколько я уловила, не успели поговорить про формы представления, ну, финального представления произведения искусства, таких на карантине, да, то есть в каких формах мы можем это реализовывать. Вот, здорово, давай, делись. Вот, да. И у нас комментарий по поводу фестиваля, да, ты прочитала? У фестиваля год. Некоторые группы выполняли готик рок. А ролик соединялся в целую картинку и звук. Ну, я так думаю, да, они, наверное, просто по клик-треку это делали, скорее всего, да, и не обращали внимания на задержку, я думаю, это было так, да, а потом, да, действительно, это не в постпродакшене это все сделали. Но это, я бы сказал, что таких опытов очень много, наверное, и в наше время... Мне не хочется как каким-то снобом звучать, да, но я бы сказал, что, наверное, слишком много. И для меня лично как бы особенно ничего интересного в этом нет, потому что, ну да, ну сыграли, потом все это... Ну это в каком-то смысле, я бы даже сказал, фейк, да, особенно... Но нет, это не фейк, когда это вот, да, так вот делается, да, когда мы просто что-то записываем, потом соединяем. А есть случаи, например, каких-то чудовищных совершенно фейков, да, там, когда... Например, несколько лет назад шведская компания Telia, да, они сделали огромный ролик, прям такой документальный фильм, значит, как они с помощью их интернета сделали там целый какой-то, по-моему, Гетеборгской тоже филармонии какой-то, значит, этот оркестр, что они все там на разных каких-то этих островах в этой своей Швеции, значит, играют, а дирижеры ими дирижируют в зале перед ноутбуками, и они все одновременно играют, да, но это, понятно, это абсолютнейший фейк, вот, такого не бывает, да, и как бы, но для меня действительно интересно, и в большей мере именно интересен вот момент живого исполнения, да, который действительно он с задержкой и так далее, и как бы который не на мейкапенный, как бы такой, да, не подслащенный. Аутентичный. Да, да, да. Именно вот со всеми вот этими гличами и так далее, что происходит, мне кажется, это намного интереснее. Вот. Но я ничего про этот конкретный фестиваль я не знаю, поэтому я ничего не хочу как бы плохого говорить, поэтому, может, там у них все очень классно, не знаю.
Это еще, наверное, вот. К вопросу о среде обитания этого звука. Ну, то есть, если он обитает вот в этой вот среде, то вот такой вот он уже. Все, да, что, да. Что его от нее отсоединять? Ну, то есть, не знаю. Я плохо освещена сейчас. Вот такая у меня среда обитания. Вот, все. Так, ну, что же, мы немножко, ну, как немножко, полчаса превысили наш регламент. Надеюсь, я думаю, нам стоит уже закончить. Надеюсь, вам было интересно. Мне лично было безумно интересно впервые вообще об этом подумать. Я впервые занялась темой дома. Ну, то есть, вот сколько? Неделю, пока готовилась. Вот. И я была безумно рада вас всех видеть. Спасибо за то, что поделились своим опытом. Спасибо слушателям за то, что были с нами целых долгих 2.5 часа. Ой, простите, вот. А мы же не сказали, говорили, не сказали, просто на всякий что? Случай. Вот офлайн мы бы такую встречу не провели, потому что Даня, например, в Голландии. Вот. Да, так что это сегодня было уникальное событие. Хоть что-то. Вот. Если нам придет в голову какой-то дополнительный материал, то он будет расположен на странице антропологии звука и на странице мероприятия. Так что вот. Даня что-то обещал скинуть, да, насколько я поняла? Да, да, да. Я думаю, я все эти ссылки сделаю. Ну вот, наверное, да, в странице мероприятия. То, что у меня есть ссылка, угу. Да, то, что мне писала. Отлично, спасибо большое. Спасибо угу. Вам, дорогие спикеры. Вам спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Вот, хорошего вечера. Да, вам пока, тоже. Пока. Пока, спасибо. Пока. Спасибо. Счастливо. Пока, Юля. Пока.